Привет, сегодня я расскажу, как... Всем привет, привет, народ, здравствуйте, да, привет, 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 как у вас дела? Так, 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 сейчас я музыку сделаю потише, сейчас, сейчас. Так, так, так. О, вот так, я думаю, будет лучше. Наверное.
Привет, привет. Сейчас я выставлю музончик какой-то. Сейчас мне эта песня понравилась, недавно я слушал. По-моему, вот это. Да, веб-камеру я сменил, не знаю, как я на ней смотрюсь, потому что если я вижу вот такой вот миниатюрки... Оу, за босса дали... Привет, привет, привет. Сейчас, сейчас. Ничего интересного магазин нам не дал. Как у вас дела? Запасайтесь плюшками разными, конфетками, не знаю, водичкой, чайчиком. Побольше, побольше будет много всего интересного. Да, всем привет еще раз. Привет, привет. Сейчас мы начнем. Так, посмотрим, что у нас там на... Розыгрыш будет чуть позже, поэтому дела такие. По поводу Аракис, как тебе новые монстры? Прикольно. Ответ простой. Давайте сыграем в лотерейку. На босса я сегодня ходил, на мирового босса, поэтому его сегодня не будет, да. Привет, привет новеньким, кто заходит и посещает нас. Так, сейчас я для себя... Миниатюру сделаю больше. Так. О, еще 15 кристаллов. Чудненько. Сейчас я добью немножко арену. Хотя не будем ее бить. Ударим боссика раз. И знаете, что я хочу сейчас сделать? Потратить очки, которые я набил на арене за последнюю неделю. Может даже больше. Что-то улучшим, да. Так, мне показалось, что черно-белый экран. Так, так, так. Сейчас, сейчас. Всем привет. Привет, Санта137. Надеюсь, я правильно ваши ники называю, потому что я же говорю, я вижу это все в маленьком формате. Насчет музыки, народ, отпишите, как тише, громче, все такое. Стандартный мой вопрос. И сейчас я немножко камеру поднастрою, веб-камеру. Да, наверное, так будет лучше. Ого-го-го-го, нас все больше и больше. Так, нормально, да? Да, сегодня будет Европа. Когда, вы уже и так знаете этот ответ на этот вопрос. Ага, так, что я еще хотел сделать? Что я хотел сделать? Сейчас посмотрю, есть ли у меня энергии. И сходим на войну гильдии, да. Для начала, когда народа больше соберется, я уже объясню суть конкурса. И, в принципе, нужно будет сделать то же самое, что и в прошлый раз. Но, опять же, когда соберется народ, я еще оглашу такой спойлер-тизер, который начался с сегодняшнего дня. То есть этот конкурс 27 февраля по 6 марта будет проходить этот конкурс. То есть участие, все остальное, условия, правила вы сможете прочитать, где я вам покажу. Да, то есть в нашей группе. Возможно, многие уже это прочитали, но дела такие. Так, сейчас пойдем и что-то улучшим. Так, Девила мы покупали. Что мы будем улучшать? Я думаю, я делаю ставку, естественно, хотя бы разок нужно апнуть ветер. Потому что Валька... Валька это святое, Катерина Петровна. И что мы еще апнем? Сейчас посмотрим. Да, насчет гайда и всего такого. Гайд у меня выйдет через минут 20-30. Прошу прощения за задержку. На полтора часа позже выйдет рандомный гайд, потому что не было у меня интернета. Вот такие дела бывают. Поэтому гайд выйдет с задержкой. И кого мы еще апнем? Вот я метаюсь между огнем. Да, у меня больше всего, наверное, на втором месте. Это у меня огненные монстры, у меня их немало. Посмотрим, может, мы сейчас еще что-то апнем. Так, забыл я тратить очки, поэтому сейчас 720. Отлично, давайте еще раз, наверное, апнем огонь. Неплохо, плюс 4%, я считаю. Нормально. Так, 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 что мы сейчас будем делать? Народа у нас уже, в принципе, достаточно. Но нет, еще немножко подождем. Давайте сходим на войну гильдии. А после войны гильдии я покажу, что там за аккаунт и все такое. Код научить двери закрывать. Вот, сейчас мы отвоюем. Привет, привет. Даже не вижу ника, если честно. Давайте выберем сейчас кого-то из плюс один. Плюс один, плюс один. Победа, так что можно выбирать, кого хотим. Давайте посмотрим и проголосуем, да. Это нет, нет, нет. Здесь такая полусливная. Давайте, народ, это будет цифра 1. Едем дальше.
Это будет цифра 2. Так. Это будет цифра 3. Хотя не совсем, но будет цифра 3, да. Так, это у нас будет цифра 4. Да. И я так понимаю, вот это будет цифра 5. Голосуем, народ. Чай будет попозже. Так. Одну секунду. Так, я вижу 1-1, 4, 1, 1, пока все за единичку, 5, ага, 5, о, всем понравился 5, я смотрю еще. Так, 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 5 вижу. Нет, это не пиво, народ. Так, 2, 2, 5, блин, я метаюсь между единицей и пятеркой, потому что многие проголосовали за пятерочку и за единичку. Ладно, я вижу, все-таки первого все хотят, чтобы побили. А, нет, не вот этого, а, я так понимаю, вот этого. Да, все хотят увидеть, как бьют Зайроса. Ну, посмотрим, да, не знаю. Немножко стрёмная пати для меня. Давайте первую будем бить стабильно через Вальку. И я думаю, пират будет правильным ли выбором, пират. Я думаю, да, потому что раскол мне нужен. И, кстати, я пирата немножко переодел. И теперь у него не 11 точности, а около 75. Около того, да. То есть разница реально большая. Он у меня также все в скорости. Я буквально одну руну поменял. Я ему сделал меньше хп, но сделал больше точности. Потому что 11 точности, ну это реально, мне кажется, бредом. Так, что нужно сделать здесь? Здесь нужно пережить. И желателен иммунитет. Иммунитет. Поэтому танковать у нас будет Рама. Иммунитет нам даст... Кто нам даст иммунитет? Нам даст вот это дружание иммунитет. И кем мы будем, допустим, убивать и, в принципе, страховать? Кто бы нам не помешал? Наверное, мне так кажется, ведро, он не будет зависеть. Даже если ему скиллы откатит, ему как-то пофиг. Вот, потому что он все равно бьет первым скиллом всегда. Это, я думаю, логично. Единственный... вариант и плохой вариант в том, что Рама может не пережить вот этих вот двух друзей. Но мне кажется, он их переживет. Мне так кажется. Спасибо. Вот. Мне кажется, пати так закатит. Поехали. Недостаточная энергия. Так, так. Так, нас все больше. Сыграем ГВшку и проведем розыгрыш на два аккаунта. Да-да-да. Так, сейчас отвоюем. Еще раз всем привет, с кем не поздоровался, да, народ, пока занят игрой. Это три раскола, отличненько. И сейчас идеальным вариантом будет, естественно, убить Велика. Это будет просто самый крутейший вариант, убить Велика и, допустим, дать тычку, ну, не знаю, в любого. А... Ну ладно, в принципе, хотя бы так. Велика мы убили, да. Программу минимум выполнили. Так, вот здесь, наверное, зря я начал бить этого дружаню. И убьем, наверное, все-таки... Отлично, пират ему саданул. Красавчик просто. Вообще. И сейчас пиратик. Давай, 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 пират. В контрстихию. Вообще, критушки выдает просто. Муа, обожаю своего пирата. Блин, он скоро будет у меня топчиком таким же, как и вот. Вот этот дружаня. О, Хлоя, у которой 170 скорости... Шлаковая Хлоя, на самом деле. Я вот думаю, давать ли сейчас иммунитет. В принципе, почему бы и нет. Да, дадим иммунитет. Хотя сейчас в теории сходит, наверное, Хва. Нет, не сходит. Ну, первого будем убивать Зайроса. Он больше всего нам здесь помешает. И Зайрос, слава богу, тоненький. Щит не пробили. Давай, заслипай Зайроса, заслипай. Нет, не заслипало. По-моему, Зайрос... Да, Зайрос... Не самый сильный оказался, но... Ну да, иммунитет все-таки мне помог. Понятно. Следующая Хва, и я думаю, Хву также не составит труда убить. Да, и Хва дамагу не выдает колоссальную. Да. Марьяна рядом, она тут просто занята своими делами. Она чайчик делала мне. Так, так, так. Вот сволочь. Блин, пассивка сработала. Так, ну по-любому будем добивать ее. Ого, 5000, неплохо. Блин, пора одевать Вусу. Нормальные, достойные руны. На тебе еще 5000. Так.
Так. Привет, привет новеньким. Новеньким привет. Так, ну. Нет, еще разок. Все-таки давайте походим. Так, что у нас там с песенками? Давайте. Ау-ау, какую музычку сейчас включим? Ну, естественно, наша любимая. И начнем мы с вот этой. Ну, Рама, говорим ей до свидания. Хватит ли 10? А, 14 тысяч. Чуть-чуть не хватило, но ничего. Так, первый бой мы выиграли и готовимся выбирать плюс 2. Так. Понеслась. Велосити. Нифига себе название гильдии. Достойное, упорное. Так, будем посмотрим на бородатого мужичка афроамериканского. Это будет цифра 1, народ. Едем дальше. Нет, это не будет цифра 2. Так, это будет цифра 2, народ. Дальше. Это будет цифра, ну, 3, ну, такое, знаете. Это будет цифра 3, да. Так, это, я так понимаю, будет цифра 4. Так, а это будет цифра 5. Выбираем, народ. Так, выбираем, выбираем. Выбираем, народ, голосуем. Так, 2-2-2. Ох-ох-ох, я смотрю, по-моему, тут лидер уже объявился. Так, 2-2-2. Кто-то за 5. Пятерка. Пятерка. Так, ну, походу, здесь все-таки пятерка, да, выиграет, народ? 4-5, 4-5. Блин. Пора голосовалку какую-то нормальную скачать. Так. Привет, привет, Василий. По-моему, там что-то с цифрами. Привет, привет, народ вам. Так. Я так понимаю, вы хотите увидеть цифру. Ого! Четверка! Все-таки четверка? Давайте за все-таки четверку побьем. Интересно. Икарос, так. Кстати, спойлер вам выдам, будет гайд на всех этих сильфидок. Да. Первый вариант. Атаковать через Вальку, скорее всего, кажется проблемным вариантом. Почему? Потому что Праха может оказаться быстрее моей Вальки, и это будет нормально, если она окажется быстрее. Народ, хватит, хватит флудить, я уже выбрал. Вот, итак, что еще здесь будет проблемой? Проблемой может оказаться Тревор, если он более-менее в достойных рунах. Поэтому через Вальку мы, наверное, не будем атачить. А через кого мы будем атачить, я думаю... Понятно, да. Ох, песенка вообще качает. И кого мы еще возьмем? Давайте возьмем... Нам бы желателен крест, чтобы защититься от этой фигни, и желателен подхилы. Вы так понимаете, кого я, скорее всего, возьму. Огненная пачка, да, не самый лучший вариант, но отчасти это контра вот этим двум друзьям. Отчасти. А здесь мы возьмем... А здесь нам никто не помешает взять кого. Единственное, есть такой дружок, как Вуса. Вуса, да, Вунса это темный. Я их путаю, вы знаете. И здесь мы будем через Вальку драться, но возьмем вот такое вот пати. Да, почему не возьму пирата? Потому что Вуса в любом случае окажется со скоростью 150 и выше и накинет свой иммунитет. Следовательно, мой пират пойдет в аналы истории, скорее всего. Хотя он же не снимает дебафы, а просто накидывает иммунитет. Следовательно, мой пират не самый медленный кусок, у него там 190 скорости. Да, все-таки я, наверное, поменяю нашу ведьму на пирата. Я думаю, я правильно сделаю выбор. Икарес будет атаковать, в принципе, любого. И третьим скиллом может даже кого-то шотнуть, смотря сколько хпшечки и атаки у этой девочки. Ага. Ну, я думаю, нормально. Поехали. Так. Первого, наверное, будем выносить Орочку. И... Хотя, посмотрим. Тут, наверное, не... О, до свидания. Красота. И давайте закинем крест, потому что сейчас будет подхил, скорее всего. Нет, не догнали мы до оргазма, да. Поэтому Орочи сдохнет просто так. Ну, вы видите, Орочи ни о чем оказался. Плюс контрстихии. Так, давайте закинем. А вот ее мы сейчас будем, наверное, долго бить. Раскол, 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 раскол. Отлично! Просто красота. Так, давайте еще крест закинем. Красотища. Да, она еще и медленная, вы видите. Хотя, не сказать. Так, давайте дадим бафчик, чтобы побыстрее убить. Блин, вот это плохо. И сейчас бы крест.
Давай, давай. Ну, ага. Блин. Да, поиграемся мы с ней. Привет, привет, Артурик 69. Надеюсь, я правильно прочитал ник. Раскол, раскол, пожалуйста, пожалуйста. Давай, 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 давай. Отлично. Ты моя Любочка просто. И до свидания мы говорим ей, потому что она уже не отхилится. Красота. Так, так, так. Да, народ, всем привет, нас все больше и больше. И сейчас мы доиграем и сделаем розыгрыш двух аккаунтов, да. Тот, кто выиграл на одном из прошлых стримов, он так и не объявился. Ну, значит, человеку не нужен аккаунт. Класс! Ядрёна вож! Просто чудеса! Да, я понимаю даже, из-за чего меня выбило. Просто пипец! Ай, господи! Так, придется нам перезагрузить, народ. Да, сейчас у нас перезагрузится наше все это дело. У нас все больше становится. Так, так, так. Чудеса, блин. Это жесть. На ГВшке выбило. Ну да, вы понимаете, что я слил этот бой. Ну, он, то есть, вообще не засчитается. Просто профукал меч. Офигеть. Отчасти это моя беда, но, блин, у Нокса иногда такое бывает. У него слетают настройки, и память идет до единицы, следовательно, ему не хватает памяти. И он компенсирует это вот такими вылетами. Когда я ставлю 4, то есть 4 ядра, у меня их 6, и ставлю 4 памяти, тогда игра нормально работает. Офигеть. Ай, жесть, блин. Для чего задержка на стриме, народ? А зачем вы платите за интернет? Такой тоже вопрос прикольный, да? Для чего задержка на стриме? Наверное, потому что на стриме и на Твиче выставили задержку минимальную 15 секунд. И с этим ничего не поделаешь. Да. Блин, обидно, реально обидно. Честно говоря, лучше бы я проиграл. Мне так кажется. Хотя бы народ порадовался бы, что меня разбомбили. А здесь, ни туда, ни сюда. Реально, смотрите, один меч остался. Блин, ну реально обидно. Так, давайте смотреть дальше. Народ, это будет цифра 1. 1. Так, это будет... Нет, это не будет. Это будет цифра 2. Так, я не факт показываю, народ, я цифры показываю. Это 3. Так, 3. А это будет цифра 4, народ. Выбираем. Выбираем, кто мне сегодня наваляет. Да. Ну, игра мне уже наваляла, вы видели. Меня выбило и все. Комтуасы реально оказались крутые. Вот. Один-один. Так, так, так. Что там, Аракис, UDCB? Аракис UDCB сегодня на 27к рублей затарился крестами, 9к... Целый нихрена, последний его стрим был. Прикольно, UDCB рулит. Так, я смотрю, 1 и 4. 1 и 4. Так, я метаюсь. Сейчас я уже, наверное, просто между ними выберу. Либо 1, либо 4. Вон, жена еще кричит 4. 4. Либо один. Сейчас я посмотрю, кто для меня интереснее, так как победа уже в кармане. Здесь я просто, скорее всего, это бомбану все через вальку. Хотя и здесь, наверное, я через вальку где-то протачу. Так, давайте 4. Я выбираю, и жена выбирает 4. Так. Чем приколен, кстати, вот этот друг, Лукас? За счет того, вы знаете, если он нанесет там 20 тысяч хп, то есть щит, он тебе там на 10 тысяч накидывает щит. И вот этим он может и зарешать где-то. Поэтому здесь пират нам явно не нужен, нужна Меган. Потому что Веромос снимет раскол, и толку от этого никакого не будет. А Меган даст еще и защиту, плюс пробустит скорость. Первый вариант. В принципе, можно оставить таким же, но нам нужен, наверное, получше под хил, мне так кажется. Либо бустер на скорость. А что если мы сыграем вообще? Вот, вот так вот. Как вы смотрите на это? То есть я планирую на то, что мой Баретка, у него там 177 скорости, плюс 19, тотем, все дела. То есть у него окажется около 230 скорости, и он, естественно, всю эту шишуру обгонит. Следовательно, сможет дать массовый стан. Минус в том, что у нас нет подхила, и я никого не хочу заменять, потому что здесь нужно две пассивки глушить. То есть Тессарион здесь нужен абсолютно и 100%.
Есть еще вариант сыграть через раму, а раму будут бить два вот этих друга, то есть более сейвово. Но, народ, играть сейвово это, ну как, отчасти мой стиль, но это же стрим, нужно рисковать. Итак, посмотрим. Ну вот, я оказался прав, надеюсь, со станами я тоже буду прав. Давай, давай, Барета, я ж тебе только купил премиум аккаунт, давай. Тварь ты такая, паскуда, последний раз я тебе брал премиум. Все, даже не проси. И сейчас хотя бы лучшим вариантом, наверное, у них также отчасти нет подхила. Да, да, вот Тессарион красавчик, он красавчик. Вот он реально отрабатывает свое бабло, которое я в него влаживаю. Ну, блин, вы видите, скорость, в принципе, решает абсолютно везде. Да, и вот, до свидания. И наша праха медленная ничего не делает. Она вот так за щечку, да, наминает. То есть кусок абсолютный. Праха медленная. Медленная праха. Да, у этой прахи скорости около 120. Это такой бред. Блин. Отдай ее мне, я с нее сделаю, как говорится, человека. Блин, ну что это за хрень-то какая-то? Только время тянет. Ой, да. Такие обладатели, таких персонажей. Блин, одевают их. Да, и сделали много хп. А толку от этого, если она ничего не может сделать? Да. Народ, от того, что вы 10 раз напишите мне в личку одно и то же сообщение, праздник не состоится, серьезно. Так, так, так. Я что... У нее, по-моему, не Мезис, да, стоял? Я не заметил этого. По-моему, не Мезис. Ладно. Пересмотрю потом стрим. Нас все больше и больше. Ого, уже 183 человека. Народ, рекорд уже давно бит. 183 человека. Когда дойдет до 300, я... Надеюсь на то, что я получу партнерку, и качество можно будет менять в стриме, и просто, ну, я стану просто, ну, немножко круче, у меня здесь корона появится. Шучу, это обычная ачивка. Да, победили мы в гильдии, и сейчас мы проведем розыгрыш. Розыгрыш, а после розыгрыша я открою пару свитков. Я не помню, у меня, по-моему, там всего лишь один свиток, ну ладно, откроем и его. Да, народ, готовимся, кто там чай пил... Присоединяемся, сейчас нужно будет кое-что написать в чате. И надеюсь, вы зарегистрировались, потому что я предупреждал. Так, так, так. Да, Валька, кстати, вы видели, да? Трипл килл. Вообще красота. Итак, итак, итак. Народ, что за партнерка? Google в помощь. Извините. Так, где мое все? Секундочку, народ. Я сначала покажу аккаунты, которые я буду разыгрывать. Вот, это первый аккаунт, простите, что так, ну, вот так, как-то аматорски буду показывать. Да, давайте я вам покажу. Это первый аккаунт, вы его уже видели, я так понимаю, насколько я помню, вы его видели. А может и нет, я не помню в порядке. Это первый аккаунт, который будет разыгрываться. Вот монстры, которые были у человека. Вот, сколько кристаллов, то есть бла-бла-бла, 40 уровень. Вот, это будет один из аккаунтов, которые сегодня будут разыгрываться. Едем дальше. Сейчас посмотрим, что у нас там дальше. Так, так, так. Зайдем в эту папочку. Да, а эта папочка будет для 8 марта. Так, а вот, вот, вот. Вот этот аккаунт вы, скорее всего, не видели. То есть здесь вы видите Бастет или Баст. Или Бастет, я не помню, как ее точно правильно зовут. То есть первородка уже есть, а остальные монстры. Есть Хлоя, есть Ундина, есть Барета. Короче, очень неплохой запак, как минимум начальный для монстров. Я считаю, этот аккаунт, ну, не намного хуже. Да, там больше шестизвездочных монстров, но этот аккаунт тоже стоит внимания. Вот этот аккаунт, тем более для 33 уровня. Я считаю, вот такой запак монстров. Блин, мне бы на 33 левеле вот этот запак монстров, если честно. У меня такого не было, к сожалению. У меня было похуже все. Все дело обстояло, да. Вот, и сейчас мы разыграем. Первый аккаунт мы разыграем вот этот вот, Тувалу34, надеюсь, правильно я ник выговорил. И самое главное, народ, что вам нужно будет сделать после того, как человек, который выиграет, его определит бот-программа. Да, не я определяю, не бабушка моя, не дедушка, определяет бот-программа. То есть все, кто напишет там кое-кое слово, которое я попрошу написать, он считывает. Писать, народ, одно и то же слово 10 раз не нужно. Вас эта бот-программа только заблокирует. Спасибо, Физ. Спасибо, спасибо, Фуз, Физ. Спасибо огромное. Спасибо, народ, за то, что меня поддерживаете. Спасибо огромное. Сейчас, да, разыграем аккаунт, так что чем черт не шутит, возможно, и ты выиграешь. Сейчас, да, все оплачено, народ. Так.
сейчас я перейду на сайт этот. Ага. Вот, вы видите, то есть весь этот сайт, то есть никаких премудростей, ваши сообщения обновляются онлайн. Вот, и сейчас мы перейдем к голосовалке. Давайте откроем голосование. Reset Raffle, да. Что вам нужно будет написать, народ? Вот такую вот фразу. Я ее тоже напишу. Если я выиграю, то, уверяю вас, я пере... Вот, вам нужно будет написать вот знак восклицательный, самое главное, и Raffle. Пожалуйста, сделайте это, и тогда вы примите участие. Да-да-да. Вот-вот. Бот-программа сейчас вас всех запишет. Будет один победитель. Первый победитель получит аккаунт. Сейчас покажу, какой. А, вон. Так. Назад. Да. Он получит вот этот аккаунт. То есть с Малакой и все такое. Да, на 8 марта приготовил, так скажем, чуть-чуть получше аккаунт. Мне дали аккаунт. Вот. Народ, писать одно и то же 10 раз не нужно. Вас может заблокировать бот-программа. Так что не играйте с ней. И если вы проголосовали один раз, дважды не нужно писать. Оно просто не считает. Да. Вот, мубот может вас только заблокировать, серьезно. Если вы напишите около там 2-3 раз, вас еще и заблокирует. Да, давайте я подожду несколько минут, все-таки, может, не все услышали. Голосуем, что писать, вот. Это то, что пишут люди, да. 195 человек. Ого, 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 до 200 дойдет сегодня. Давайте, народ, подключаемся. Да. Я 6 марта, кстати, буду проводить стрим, и 6 марта будет еще лучше, так скажем, приз. Возможно, в дальнейшем буду еще что-то разыгрывать, но постараюсь сделать это чаще. Но это зависит не всегда от меня, народ. Литисплей, пожалуйста, если я увижу это сообщение в четвертый раз в личку, я кину блог. Пожалуйста, я очень прошу. Вот. Слишком много падких на халяву. Ну, халяву все любят, народ. С аккаунтом делайте, что хотите. Если он вам не нужен, он для вас нубовский, можете отдать его опять мне, я его опять разыграю. Подарить бабушке, не знаю, дочке, сестре, брату, девушке, если она у вас играет. Кому хотите, делайте с ним что хотите, хоть на продажу. Там, киньте его и все такое. Так, сейчас мы пока посмотрим. Голосуйте, кто еще не проголосовал, народ. Raffle, не забывайте. Вот. Сейчас. Угу. Я поставлю пока кого-то бить. Да, что время терять. Давайте я поставлю бить вот этого дядю. Музончик вообще четкий. Все, я надеюсь, все проголосовали. Raffle обязательно знак восклицания впереди, народ. Я думаю, все проголосовали, да, и нет смысла просто ожидать дальнейшего. Так, давайте все-таки найдем нашего победителя. Что нужно будет сделать вам, если вы выиграли? Вам нужно будет написать в личку, мне скинуть скриншот с сообщением, которое придет вам на стриме в личку. Да, тот человек. И сейчас мы определяем победителя. Все, я думаю, все. 3, 2, 1, поехали. Выбираем победителя. И... Киса? Стой, это не твой ник? Народ, я голосую еще раз, да, потому что каким-то образом выиграла моя жена. Ничего не куплено, да, я еще раз нажимаю кнопку «Драф». Выиграл Стасик 2015, Стасик. Вы видите, народ, моей жене реально везет. Если б я ее сейчас не сдал, это просто... Все куплено, народ, жена купила. Я шучу, выиграл, и вот, победитель Стасик 2015, Стасик. Да, я его... Вот сейчас я прям это сообщение, вот. Стасик 2015, ты выиграл, да. Поздравляем, народ, его. Это первый аккаунт, который я разыгрывал. Сейчас я ему в личку напишу сообщение прям при вас, и вы увидите. Стасик 2015, вот. Я тебе пишу там вот такое дело, а в сообщении я напишу то, что вот сейчас увидят немногие. В сообщении ты должен мне просто в личку ВКонтакте зайти и написать вот. Так, сейчас, секундочку. Ты мне должен дать ответ на мой вопрос. И самое главное, скинуть скрин того, что я отправил сейчас. Так, сейчас, народ. Одну секундочку, я... Угу. Так, сейчас, народ, я отправлю ему сообщение, да, и мы вернемся. Так, отправить сообщение. Сейчас я вам даже скину. Вы увидите, что сообщение отправлено. Так, я появился, надеюсь, я появился. Вот, народ, сообщение отправлено, сейчас я скажу, вот Стасик. Вот, Стасику отправлено сообщение, и надеюсь, человек мне отпишет. Итак, народ,
Сейчас мы перейдем назад. Все, все, все. Неважно, в общем, вы должны, если вы выиграли, вы должны, Стасик, делись, вы должны зайти со своего аккаунта ВКонтакте, там, неважно, с Твинка, кого угодно, и скинуть мне скриншот того, что вам прислал сообщение Аракис, то есть вот, и получить свой приз. Логин и пароль я уже вручу в личку, да, уже ВКонтакте после стрима, народ, после стрима. Так, и давайте разыграем второй аккаунт, да? Сейчас разыграем второй аккаунт, готовимся. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас будет прям следующий розыгрыш, не будем долго ждать, а потом откроем свитки, конечно, если вы хотите, и вам такое интересно. Да-да-да. В понедельник, кстати, выложу видео, в котором открывал свитки подписчику, тоже можете заценить, посмотреть, что там интересного было. Так, так, так. Аракис, чем хорош Арнольд, и нормальный ли охотник чудовищ тьмы? Тьмы, не нравятся мне все охотники, чем хорош Арнольд? В защите неплох для начала, и ваншотнуть можно кого-то третьим скиллом. Как-то так. И ему пофиг, какую стихию бить. Бля, песенка вообще тема. Так, народ, ну поехали. Сейчас я сброшу голосование. Так, все, отписали. При вас прям сделаю сброс. Так, ресет. И давайте открываем вновь голосование. Уже можно голосовать. Пишем, народ, вот, рафл. Готовимся. Как сделать скриншот, народ? А это кто, Стасик спрашивает? Стасик, на клавиатуре, я не знаю, загуглишь, если что. У тебя времени будет, ой, минимум 3 часа. На клавиатуре есть кнопка print screen. Вот, то есть загуглишь и, я не знаю, сделаешь скриншот и скинешь мне в личку ВКонтакте. Народ, кто выигрывает, скидывайте, пожалуйста, мне в личку ВКонтакте тот скриншот с уведомлением, сообщением, которое я вам прислал. Как-то так, да. Писать... По одному разу нужно, народ, больше не нужно, и вас все равно программа не засчитает. Те, кто знакомы с этой фигней, они понимают, что 10 раз писать рафл не нужно. Вы просто тратите свое личное время и клавиатуру и мучаете. Так, 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 сейчас. А, да, народ, у меня сегодня кофеек МакКофе, да, у меня сегодня не чай. И знаю, знаю, изменяю вот такие дела. Так. Сейчас, сейчас мы поднимем. Так, что у нас там с игрой? Я игру прошел или нет? Нет, еще игру не прошел. Так. Ctrl-V, Стасик. Да, и... Либо вон тебе пишу, да. Тик, ник, привет, успевай голосовать. Давай, давай, пишем, народ. Вот, рафл, рафл, пишем, народ. Не, ну прикольно, да, народ? Как жена купила программу. Сходу выиграла. Голосуем, народ, пишем рафл. Первый раз выиграл. Нас все больше. Ого, 200 человек. Я делаю скрин. 200 человек, да? Ну вот, у меня в чате пишется 200 человек. Блин, это того стоит. Так, 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 я пока займусь манипуляциями, да. Сохраню для себя, да, по-быстрому скриншот. Да, нас 200, народ, и все больше и больше. Да, для русского комьюнити, я так понимаю, это все-таки рекорд. И я этому очень рад. Я рад всем, кто сегодня... Блин, точность, матерь божья. Я думал, хотя бы атака. Продаем, нафиг не нужна. Ну, у меня вот просто в чате пишет... Ну, ладно, неважно, народ, пускай, пускай. У нас, да, очень близко к 200. Очень близко к 200-ке. Так, все же проголосовали, да? Все проголосовали, все написали рафл, да? Я так понимаю, все. Коньяка. Не, народ, нет коньяка, нет коньяка, но... Да, за такое можно было бы и выпить. Только самогон. Аракис, который ужрался в сракотан прямо на стриме. Будет звучать. Обнулился, да, полностью. Итак, ну что, я думаю, все проголосовали, да? Все прописали рафл, все готовы. Ну, я подождал пару минут. Итак, ну что? Объявляем победителя. Все. Второй аккаунт, да, сейчас покажу, какой это будет. Ага, вот, это второй аккаунт, то есть обладатель будет Бастета и всей вот этой вот... В принципе, запак неплохой. Блин, я за Ундину сейчас бы готов был бы отдать свою Бетти. Вы знаете, она у меня в топ-рунах. Так, и вот второй, ну, скриншот. Я заходил просто на аккаунт и делал по-быстрому скриншоты. Итак, ну что, поехали. И победитель... Сапфира 666, поздравляю тебя. Во-первых, пишу это в чате, да, вот Сапфира
Выиграла. Поздравляю. Сафира Грацули. Так, пишу я личное сообщение. Сафира, нужно сделать то же самое, то есть отписать мне ВКонтакте. Как найти меня ВКонтакте, я думаю, вы знаете. Опустить это видео, там есть все ссылки, народ. Да, вот, открой Paint и вставь картинку. Точно так же, как я сделал. Так, переходим мы, Сафира, и пишем тебе сообщение. Так, народ, сейчас я опять немножко, да, выключу, да, и пишем сообщение. И Сафире, я думаю, все будет четко отправлено. Так. Все, вы, наверное, видите, вот сообщение. В общем, я отправил. Никакого кидалова и махинации. Да, и сейчас, народ, еще хотел бы вам что показать. Третий розыгрыш, но произойдет он не сегодня. Возможно, кстати, следующий стрим у меня будет в среду. Да, в среду я не работаю. А после среды на выходных будет в воскресенье стрим. Я знаю, я сам не люблю стримы по воскресеньям, потому что кому-то в понедельник на работу, и в воскресенье, вы знаете, нет ГВ. Но я думаю, найдем чем заняться, да. Итак, сейчас вам... О, да, уж эти сообщения, народ. Да, пока мне писать не нужно. И сейчас я вам покажу. Сейчас. Вот конкурс, народ. Как зайти в эту группу, вы видите? СВ, Helper. Я думаю, многие запомнят. Кто не успел, посмотрите. Опять же, ссылка есть внизу в описании. Добавляйтесь в эту группу. Нажмите там добавиться. И вот сейчас покажу вам. Вот в первой теме конкурс 8 марта. То есть буквально сегодня я написал. Вот условия. Вы должны поздравить своих близких, кого угодно. Вы можете поздравить в видео, я не знаю, стишок придумать и тому подобное. И вы получите вот этот аккаунт. Да, сейчас я вам покажу. Вот я сделал три скриншота. Согласитесь, аккаунт, ну так скажем, помощнее немножко, чем предыдущие два. Все-таки монстры более раскачанные, есть хва, даже две хвы есть, да, есть луэр, есть пират, рама шестизвездочная. То есть аккаунт, ну блин, для топа, конечно, он скажет, ой, да не, нафиг мне такой нубовский аккаунт. А кто-то, уверяю вас, наверное, большинство в этом чате помечтают о таком аккаунте. И в принципе, почему бы и нет. Вот вы видите, ундинка есть. Неплохо. А, у него даже две ундины. Господи. Повезло ему. Вот. Сильфида есть тьмы. Так что, народ, вот такие дела. Ну и вот запак получается. По кристаллам вы видите, мана вы видите. Уровень, насколько я помню, тоже 40-й. Да. По-моему, сэр. Аракис, куда девается скрин? Скрин девается в ваш буфер обмена. Хорошо, давайте проведу гайд, как сделать скриншот. Нажимаете кнопку возле F12, она чаще. Print screen называется. Если так не работает, нажмите Ctrl Print Screen. Потом открывайте свой Paint. Нажимаете Ctrl плюс V. Вставляете скриншот, да. И здесь сохраняете, вот. Все дела. Вот вам и гайд, да, по поводу всего этого дела. Итак, ну все-таки вернемся к игре. И еще раз поздравляю победителей, да. Скоро вас ваши аккаунты новые обрадуют. Напишите мне в личку еще раз. Рубрика ответов на вопросы в ВК, это предложили? На вопросы в ВК. Народ, мне столько вопросов ВКонтакте задают в день, что, наверное, такая рубрика займет у меня кучу стримов, да. Поэтому рубрика ответы, наверное, нет. И давайте, да, я прочту немножко чат. Уделю чату время и пофармим мы, наверное, я думаю, некромант вам более всего интересен будет, так как немногие его фармят. И вы видите, я уже и фейку почти раскачал, поэтому посмотрим, на что она способна. Скажу даже так, у меня некромант почему-то сейчас не 100% проходится, потому что руны надо доточить, вот этой вот фейки и тому подобное. Да, давайте поотвечаю на ваши вопросы, народ. О, знаете, что я хотел бы сказать? Вот сейчас пройдем один раз, и я заведу разговор о новом персонаже, таком как Кхаге Света. И я расскажу, в чем он абсолютная имбушечка имба. И с этим персонажем, если у вас есть достойные руны, вы сможете достичь чуть бы не 3 рубинов, но не сказать налегке, но вам будет это сделать достаточно легко. Как это сделать, я расскажу. И на самом деле, мне не хватает для этого только самого Хага. И уверяю вас, я бы уже, наверное, был бы в 3 рубинах. Наверное, но не факт, не факт. Я расскажу, а вы сами задумайтесь, как да что. Так, поотвечаем на ваши вопросы. Царь обезьян воды норм? Да, почему бы нет, но я его считаю самым слабым представителем их класса. Так. Инугами тьмы, как он? Корм. Свитки. А, да, еще свитки, народ, да, свитки еще будут. Я зайду сейчас по акции, заберу 2 свитка. Кстати, я и забыл. Да.
Так, Аракис, а кроме Тессариона, кто блочит пассивку? Кроме Тессариона? Всего лишь один персонаж, это, по-моему, один персонаж, и тем более массово. Это царица пустыни, или как ее там зовут? Ну, в общем, одна из последних персонажей, вот эта вот с посохом тетя Света. У нее он массовый, да, она массово всем блокирует скиллы. И это реально круто, я считаю. Как-то так. Так, ага. Аккаунты уже разыграны, да, народ. Кто успел, тот, ну, извините, молодец. Кто нет, простите, на следующих стримах также, возможно, что-то разыграем. Что? Не тот. Так, 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 сейчас. Я, во-первых, закрою браузер, он мне уже не нужен. Сейчас, сейчас мы вернемся. Какой аккаунт? В смысле, вот этот я разыграл? В общем, я разыгрывал аккаунт народ. Вот, вот этот с Малакой, назовем его так, чтобы вопросов просто не было. И вот, стоп, стоп, стоп. И вот этот вот с Бастет. Я думаю, я не, в этом ни в чем не ошибся. А вот это на 8 марта, естественно, он будет розыгрыш. То есть до 6 марта, до 12 часов дня по Москве вы сможете оставлять свои комментарии, сообщения. Вообще вот все то, что вы хотите по конкурсу отправить в той теме. Отправлять нужно именно в ту тему. В личку мне ничего не нужно в плане этого отправлять. Там все правила, там вы сможете ознакомиться обо всем и... Да. Вот. И обо всем. Что? Что ты читаешь? Ладно, это у меня жена тут. А, на... Арман, ну ты красавчик. На скрине в группе ты разыграл его. Нет, народ, там другой аккаунт. Там совершенно другой аккаунт. Вы неправильно либо поняли, либо я вас неправильно не понял. Все нормально, все четко разыграно. Вот. Во что качать Хага Огня? Я не помню его скиллы. Господи, его только сегодня или вчера добавили, вы у меня спрашиваете, во что качать. Народ, не знаю. Да. Там Акс Малак. Господи, хорошо, сейчас откроем браузер. Сейчас, секундочку. Ай. Заставляете вы меня. Так, так, так. Сейчас. Стоп, стоп, стоп. Секундочку, я для себя сейчас уточню. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я зайду, да. Сейчас я по-быстрому все это сделаю. Так, так, так. Господи, сейчас всю мою информацию увидят. Так, первый. Малака. Да, народ, я, кажется, немножко ошибся. Стоп, стоп, стоп. Да, народ, я ошибся, да. Аккаунт будет другой. Аккаунт будет другой. Серьезно, я там скрин. Я другие фотки добавлю. Все. Я эту всю проблему решу. Все будет четко, все нормально. Немножко ошибся, да, ну бывает. Так, о, мы победили. И давайте сейчас. Что мы сделаем? Сила атаки. Нет, продаем. Сейчас мы будем открывать свитки. Свитки, свитки, свитки. И мы зайдем в наш ивент, потому что, блин, мне уже. От этой обогревалки жарко становится. Ужас. Я не могу прочитать то, что написали. Так и не могу понять, почему у меня, во-первых, все на английском здесь. Ну ладно, это, видимо, из-за того, что я захожу через Нокс. Давайте возьмем два свитка. Два свитка. Давайте кристаллы заберем. Так, заберем кристаллы. Что еще можно забрать? Давайте возьмем энергию. Давайте еще возьмем энергии. А еще можно? Сколько у меня осталось? Нет, больше нельзя. Обломчик. Так, перейдем и откроем этих несчастных пару свитков. Так, 100 кристаллов, 100, свиток, свиток. Едем дальше. Так, так, так. Народ, в общем, с аккаунтами я решу и уверяю вас, я отдам владельцам. А самый лучший аккаунт, я, возможно, неправильно разместил скрины и все такое. То есть, тут, ну, не обессудьте, народ. Бывает дело такое, да. Но аккаунт, все будет четко. После стрима я все исправлю, я же не буду это делать во время стрима. Блин, а у меня мест нету. Так, ладно, босса мы все равно сегодня бить не будем. Сейчас я повыкидываю то, что мне не нужно. Так, давайте спрячем вот эту вот шушерку.
Так, это мне. Ладно, это оставим. Сейчас. Что? Стасик все скинул? Хорошо. Хорошо, Стасик, я тебе отвечу после стрима. Вот, после стрима. Арман фанатик-любовник. Да, я нормальной ориентации, уверяю тебя. А к тебе не знать, да? Ага, да. Спасибо. Я тебя люблю. Так, давайте скинем этого, этого и... Ну, давайте акви... Что? Сапфире? Где Сапфира? Араки сообщение не пришло. Сапфира, у тебя должно быть в личке. И у меня зеленым вылазило. В личке, не ВКонтакте, не где-то еще, а в личке именно на Твиче. На Твиче в личке. Ну, блин, если кому там... Кто там выиграл? Если Стасику пришло, а тебе не пришло, это как-то, ну, это явно же не моя проблема. То есть прийти должно по-любому было. Так, и давайте еще кого-то скинем, потому что у меня, по-моему, свет тьма, еще есть свиток. Давайте взорвем это. Жена все купила, да. Так. Ну, праха, приди. Нет, наверное, сегодня не будет у меня прахи. Класс, голем, мечтал. И еще голем, да? Нет, ящер тоже красавчик, блин. Реально, у меня никогда не было ящеров, поэтому я ему рад. И еще голем, да. Просто, ты мой красавчик. Так. И сейчас откроем свет тьму, который нам недавно вот дали. Звездочки, конечно, обломись. Кого? Чё за... Ну что за, блин? Ну вы поняли, народ. Не будет прахи. Да, праха не сегодня будет. Это пипец, блин, народ, реально. Полный трындец. Сейчас поотвечаю на ваши вопросы, пофармлю и напишу хорошим человекам, чтобы они заходили на Гидру. Давайте включим еще раз Некрополис. Сейчас я зайду в контакт. Народ, скайп будет с людьми, которыми действительно хотят пообщаться, а не просто послушать меня, либо все такое. Так, сейчас я зайду в контакт. Поцелуй. Да, Арман, тебе отправил. Надеюсь, ты не этот, а Алступит. Я думаю, его многие знают. Так. Так, народ, всем, кто пишет мне ВКонтакте, и почему вы не можете писать на стриме? Из-за того, что вы, наверное, не зарегистрировались. Вот и все. Других ответов я не знаю, народ, на это. О, господи, Аракис, лайкни Авку. Да, сейчас, секундочку, зайду и... Это ужас, это просто... Так, Гидруля Б3. Через 10 минут напишу, что мы туда идем. Так. Секундочку. Все, я им написал, жду ответа. Итак, что ответить вам на вопросы? Выпал Артамиэль, что ставить? Деспайр плюс ответ. Да, лучшие руны на него. Как хак огня? Не знаю. Проверь акцию, там же за 6 покупок, 6 разных покупок, а я не сделал 6 разных покупок, насколько я помню. Да неважно, один свиток мне ничего не даст. Артамель, это арх света? Да, это арх света. Ого, господи, народ, если я пропускаю ваши сообщения, ну вы видите, чат очень быстрый и шустрый. Проверь. Да. Аракис, плиз, не игнорь. Мое смс. Мне очень важно твое мнение. У меня есть ведьма воды и девочка кунг-фу ветра. Мой друг говорит, что они оба говно. Это правда? Ведьма топ, кунг-фу реально говно, особенно в лейте, потому что это рандомный персонаж. Из кунг-фушек только тьма реально рулит. Кто лучше из кобальтов? Да все одинаковые. Все хороши. Где-то кто-то за рулем. Аракис, ты говорил, что Року нужно 1500 атаки. Ты имеешь в виду плюс к основному стату? Да нет, в сумме. Но опять же, это зависит от крит дамаги там, и все остальное. Я образно сказал 1500. Мне 1500 с головой хватает. И там в раза 3 я больше дамажу, наверное. Вот. Аракис, сегодня выпала вторая первородка Валькирия Огня. Какие руны? Я 23 левел. Все в энерджи. То есть, как можно больше хп. По
покажи свою жену, я ее не видел, подписчик. Народ, ВКонтакте зайдите, можете посмотреть на мою жену. Аракис, лисичка тьмы. Как, как где ее юзают? Лисичка тьмы, честно, я не помню ее скиллы. Аракис, чем хороша ведьма воды и какие руны ставит? Скорость плюс фокус хороша на арене, потому что дает буст по скорости, то есть по, ну вот, по синей вот этой полоске, по атакбару, и дает хорошие бафы. Плюс вторым скиллом аннигилирует и имеет во все дыхательные и пихательные такого персонажа, как Тео Марс. Да, потому что блокирует его пассивку. Так, пиретка ветра хороша. Для начала да, в лейте нет. Как и все пиретки. Как тебе король эльфов? Я их не смотрел. Единственный вариант, который меня заинтересовал, это ветер и свет. За счет того, что он там полностью кулдаунит скиллы своему дружане, да, в пати. Вот этим понравилось. Расскажи про новых монстров. Расскажи про новых монстров. Давайте я добью вот некроманта и поговорим о новых монстрах. Как вы на это смотрите? Давайте, почему бы нет. И самое главное, расскажу о Хаге Света. Хаг. Я его буду Хагисом называть. Почему бы нет? Я работаю-то... Ага. Я просто думал, ладно, я тут немножко застопорился. О Хагисе Света сейчас поговорим, да. И вообще о всех новеньких монстрах. Аракис, как ангел смерти тьмы, где его юзать? Он хорош в башне Харди, потому что так его юзать где-то там на арене, ну, наверное, не самый лучший прок от него. Там лучше свет будет на арене. Аракис, какого четвертого моба на 6? Баретту или Бернарда? Баретту, 100% Баретту. Аракис, подскажи пачку на 1-2 голды арены. Народ, здесь, блин, здесь можно 500 тысяч слов сказать, и вы ничего не поймете. О, вы видите, народ, вот я и проиграл, потому что шотнули моего кого-то там, вот. Хотя, может, сейчас, ну, давай-давай-давай, ну, давай-давай-давай-давай, добивай! Отличненько, я хотя бы выиграл. Аракис, фей воды, видел его лидерку, и скажи, он говно? У феи воды, это, по-моему, третий персонаж в игре, у которого лидерка плюс 33% на скорости, поэтому он говном, ну, не... Ну, твою мать, ну! Крит урон, блин, пятизвездочный, ну, чтоб ты игра... Трол Туас. Ну за что, блин, это... Говнище, блин. Так, и сейчас поговорим о новых персонажах. Так, так, так. Пока не буду отвечать, народ, на ваши сообщения. Поговорим о персонажах, о нововведении и всем таком. Так, так, так. Сохраняй, да, народ. Я такие руны не сохраняю, они мне не нужны. Да, я либо за идеальную руну шестизвездочную, либо ни за какую. Я пятизвездочный вот такой шлак не точу. Потому что такие руны должны стоять на топовых персонажах. А топового персонажа я буду одевать соответствующие руны. Следовательно, в какой-то шлак я его наряжать не буду. Это мое мнение, а вы качайте и точите, что вы хотите. Итак, перейдем к Хагису Света. Такой няшный он вообще. Давайте сразу на Эвейк перейдем. О, он уже прям таким вообще... Прикольным стал. Я так до сих пор и не понял, кто это такой. По-моему, на оленя похож. Но я фиг его знает, народ. И сейчас послушайте... Я даже музыку тише сделаю, чтоб я сам себя слышал. Сейчас послушайте от меня такую теорию по поводу вот этого Довы. Вдова. По поводу этого Довы. Сейчас прочтем его скиллы, и потом я выдвину такую теорию, которая, ну, реально, как по мне, она реально имбовая. И сейчас перейдем к скиллам. Второй скилл полностью пополняет индикатор атаки выбранного союзника и ускоряет скорость атаки на 2 хода. Что это такое? То есть это... Ну, оригинал, наверное, его, это Канамия. Вы знаете, Канамия вторым скиллом также бафает на 1 ход атаку, а здесь на 2 хода скорость. И плюс пополняет атакбар до, ну, вы поняли, до высот. То есть, следовательно, с одним из следующих походит тот персонаж. Его пассивка. В начале битвы увеличивает скорость атаки самого медленного союзника пропорционально своему уровню. Измененная скорость атаки, вторая часть это бла-бла-бла. В общем, я рассказываю теорию. Смотрите, народ, возьмем такой состав пати. И просто на секундочку задумайтесь. Берем, знаете кого в лидеры? В лидеры, допустим, ну пофиг кого. Давайте возьмем в лидеры Шарика Ветра, либо Аквилу. В принципе, хоть какая-то более-менее, да, согласитесь, там, вот этих 30 точностей, они не особо нужны, но хоть что-то, хоть какая-то лидерка. И делаем ему около 250 скорости. Согласитесь, что это, ну, не так уж прям и нереально. Я не знаю, снять даже руны с какой-то Хлои и одеть Шарика.
И вы получите около 250 скорости. Я просто рассказываю теорию. Я взял число от фонаря. Делаем шарику ветра 250 скорости. Дальше, дальше. Делаем Дове 249, допустим, скорости, к примеру. Для чего это делается? Для того, чтобы ваш шарик первым походил и кинул баф. На кого? На других членов пати. Баф, вы знаете, дает крит шанс и, то есть, силу атаки. И двух других персонажей, если они, опять же, у вас есть. Но я просто беру пример. Вы берете двух Люшенов. И что происходит? Вы ходите шариком, либо Зиком. Зик также дает такой же баф. Я просто не помню, кому проще скорость и у кого больше родная скорость. Кому проще будет разогнать ее. Вы даете баф. Следующим ходит Дова. Что делает Дова? Я еще не говорил о Люшенах. Берем Люшена, к примеру, да, у одного Люшена будет скорости 110, у второго Люшена будет скорости, допустим, 111. Я также взял числа от фонаря. Дова своей пассивкой дает экстра ход Люшену, у которого 110 скорости. И, опять же, не теряя своего хода, Дова дает вот этот буст вторым скиллом второму Люшену. Следовательно, ваши два Люшена ходят с такой последовательностью, будто у них 249 скорости. И согласитесь, кто выживет после двух Люшенов? После двух прокастов Люшенов. Вот и вся победа. Зачастую и одного Люшена хватит. Но два Люшена просто аннигилируют всю арену, и вы знаете. Но многие на высоком этапе игры делают Люшенов более скоростными, хотя бы допами, даже во второй слот ставят скорость. Почему? Потому что зачастую их Люшена не успеют ходить. Но Дова решает полностью все проблемы. И как вам насчет вот этого персонажа информация? Согласитесь, это просто чума. Я просто посидел, подумал об этом. И знаете, мне не хватает всего лишь Довы для того, чтобы творить вот эту вот всю аннигиляцию на арене. Это было бы круто, на самом деле. Вот. Так что, народ, вот такие вот приколы. Please fix it. Нет, я не говорю, что это никак не контрится и тому подобное, бла-бла-бла, кто-то сейчас напишет. Я выдал теорию, которая на практике, в принципе, реализуема. Я не говорю, что эта пачка убьет абсолютно всех. Но те, кто меня понял, они знают, к чему я вел. И, наверное, 8 из 10 пачек, которых вы будете на арене встречать, будете их просто уничтожать. Вот. Так что вот такие дела. Зря ты это рассказал. Так почему, народ? Вы знаете, я даю более-менее, стараюсь, полезную информацию. Не зря же столько людей смотрит. Как-то вот так. Вот, ты будешь сегодня на евро? Да, буду сегодня на евро. Изабель, хватит атаки? Не знаю. Да, сегодня буду на евро заходить. Когда? Не задавайте вопрос. Кто смотрит хотя бы второй мой стрим, они знают, когда я. И сейчас мы переходим на гидрульку, да. Сейчас, если меня с чата не выбило. Сейчас, надеюсь, мне дадут пати. О, отлично, кипец кидает пати. А, меня уже минуту ждут. Так, где я? Может, кого-то другого попробуем? Кого мне еще можно поюзать? Ага. Кого можно бы полезного использовать? Да, в принципе, другого полезного у меня никого и нету. Ну да, Эшира разве что, но... Вместо кого Эшира? Нет, наверное, не буду. С другой стороны. А давайте вместо Бернарда возьмем один раз Эшира. У него также есть баф на скорость. Поэтому почему бы и нет? Да? А реально, чего бы нет? Давайте попробуем. Расскажи про двух лучников магов света. Бах какой-то. Я не знаю, о чем ты. Двух лучников мага света. Я не понял. Ну ладно, так, сейчас, во-первых, музыку чуть погромче сделаем. И ждем мы третьего. А кого мы ждем? По-моему, мы ждем Андрея, по-моему. Да, Паша уже есть, Андрея ждем. Аракис, братиш, когда еще стримы будут? Стрим будет в среду, в эту среду. И следующий стрим будет 6 числа в воскресенье. В воскресенье, да. 6 числа я же то есть объявлю победителя конкурса. Точнее, его, наверное, объявит моя жена. Жена у меня, да, к сожалению, завтра уезжает по делам в свой родной город. Поэтому несколько дней, да, буду один. Вот такие дела. Уже немножко скучаю. Да, так, здоровье. Лидерка, кипец. Паша, выставляй лидерку. Паша, лидерка. А, он еще не выставил, потому что не знает, какая там будет лидерка. Сейчас они определятся. Приятного аппетита. Так, акулы все корм, как по мне, да.
Ага, так, Аракис, сколько в среднем нужно спид в пачке на B10 гига, то никак не могу пройти шоты из контратаки. Ну, средняя скорость, ну, хотя бы 150 у каждого, хотя бы, мне так кажется. Общая скорость на пятерых должна быть около 800, и тогда будет проблема решена, я так думаю. Опа, извиняюсь, я готов, я готов. Так, меня ждали. Попробуем с Эширом. Выбил две прахи, скормлю... Да, скармливаю, это нормально. Светильник Джека Света, корм или норм? Мне не нравится его, по-моему, там пассивка, короче, не обещаю. Это твое, да, пожелание? Я понял. Так, так, так. Ну, это надо заходить, да, нет. Пингвин Света, норм. Я знаю, что его юзают даже на гидре. Я не помню его скиллов, если честно, но вроде бы как он юзабельный, но не настолько, как ветер. Хотя у ветра, наверное, одна задача — это откатывать скиллы на харде. Мне так кажется. Вот и все его место. Сейчас посмотрим, что у нас Эшир выдаст. О, класс, я именно в лидерах. 8%. Так, давайте поотвечаем на ваши вопросы. В России с 5 по 8 марта выходной будет. Да, у нас тоже выходные, но не на моей работе, к сожалению, да. 8, кстати, 8-9 я работаю, и это реально не круто. Вы знаете, 8 марта, во-первых, наверное, даже два праздника у меня. Первое — это, в общем, Всемирный женский день, скажем так. И второе, вы знаете, 8 марта у моей жены день рождения, поэтому, ну ничего, приду с работы, да, отгуляем. Народ, не флудите, пожалуйста. Так, сейчас, ага, бан на 30 минут. Так, все, да, сразу и чат чище стал, да, народ? Так, гор огня норм, да, отчасти замена хвы. Скиллы подобные, то есть два скилла у него, по-моему, первый скилл, а так бар снижает, и, по-моему, третий. У тебя Шеннон и Бернард в каких рунах? Бернард, ну, 100%, естественно, его нужно одевать скорость плюс фокус, либо энерджи. А Шеннон также 100% нужно одевать Деспайр. Деспайр плюс желательно фокус. Аракис, Франка, Света, кроме Лича, еще где-то можно юзать? Наверное, нет. Убийца Ветра, норм или корм? Таня, топчик. Ну, еще есть Изабель, она тьма, но там вообще просто имбушечка. Она классная. Аракис... Глянь, мой ник на Европе, ну, постараюсь. Был ли конкурс? Был конкурс. Темный имп стоит внимания? Нет. Аракис, сегодня выпала вторая первородка в Валькирии. Я уже отвечал на этот вопрос, все в ХП. Стоит ли суккубу ветра скармливать свету? Да, 100% да, только свет что-то может. Ну, еще вода из-за своей лидерки, но это такое... Аракис, как тебе Чоу, Виол плюс ответ? Атака, ХП, атака. Да, но я бы в четвертый слот, наверное, крит дамагу поставил, либо... Хотя да, все-таки, если у него будет там 18 тысяч хп, это тоже мало, то есть хп ему желательно побольше сделать. А, ты мне... Это не баг и ничего такого, да, вы знаете, что у лучниц... Есть две лучницы света, одна из них, она есть у некоторых персонажей на Азии. То есть ее и нет смысла обсуждать, она у вас все равно не будет. Таня Няша, да? Агент Неа Кристалла Воды, как? Очень хороший персонаж, поможет и на арене, и на ГВ, абсолютно везде заедет. Коротко, абсолютно везде заедет. Выбыло... Аракис, Лич Воды худший из своих или нормалек? Лич Воды, где он может заехать? На Некроманте, почему бы нет? Но опять же, это ситуативный монстр. Кстати, вы заметили, что у меня вроде бы как Гидра не так лагает? Или мне кажется? Возможно. Ай, ну что за шлак начался такой? Ну хотя это лучше, чем 10 тысяч маны, блин, нам, да, с Артемкой не повезло. Так, продаем. Так, продолжить, конечно же. Так, так, так. Мне рестарт нужен, так. Я так понимаю, Паша, если что. Если сейчас выйдет, то, наверное, Паша перезайдет. Паша — это кипец, да. Аракис Трейн. Трейн стоит внимания, да, для хард башни классный персонаж, реально классный. Аракис, тут такой вопрос, я хочу прокачать Эндуриэль, в лейте руны не пробовал. Я даже, так, Эндуриэль, кто такой Эндуриэль, я уже не помню, господи. Народ, задавайте вот такие вот конкретные вопросы, на которые нужно не одним словом отвечать, в личке ВКонтакте, да. Как Ахвады? Хороший персонаж, хороший подхил. Аракис, какие руны хороши белки? Стоит ли качать
Белка, блин, белка, вы знаете, я за нее топлю, это очень хороший саппорт 3 звезд. Какие руны? Начальный сет, наверное, скорость плюс фокус, а конечный комплект для нее, то есть самый лучший, это Виолент плюс ответ. Нос не... Так, народ, про нос, пожалуйста, не нужно говорить. Все, все, молчите. Ракис Кир это ответил. Какие руны надеть на Айшира, если нет достойного рейджа? Ну, второй сет это Виолент, и третий сет это на скорость. То есть с него можно сделать скоростного даже полусаппорта, который будет подхиливать, часто ходить, мешать своим вот этим даже запретом на один ход, но мешать. Да-да-да, не вспоминаем, народ. Да-да-да. Расскажи про CD. Что такое CD? Если SD, то, наверное, я не знаю о чем. Так, Пирет Огня стоит 6 звезд? Мое мнение, нет. Хотя контроллер хороший, но лучше подождать, наверное, Барету. Лучше Барету, то есть где ты ее будешь юзать? По сути дела, наверное, только на арене. Нет, я считаю, мое мнение, не стоит она 6 звезд. Аракис, какие... расскажи про Оракула Тьмы. Оракул Тьмы. У нее, по-моему, тоже бомба со второго скилла, а третий скилл... Я не помню ее третий скилл, поэтому, ну... Дород, про таких первородок я не всегда запоминаю их скиллы, поэтому, извините, не отвечу на этот вопрос. Какие руны Зайросу? Зайросу можно кучу разных билдапов одеть, начиная с Деспайр сета. Это такой бюджетный хороший вариант, то есть более-менее такой контролящий Зайрос. Мало того, что откатит скиллы, так еще и застанет, это вообще реально бесит. Деспайр, можно ему одеть Фатал, можно одеть Рейдж, можно даже одеть Виолент. Все что угодно можете на него натянуть. Элементаль света, что скажешь про него? Корм. Не нужно, он не стоит внимания. А почему только на Азии? Что за развод, эксклюзив света? Да, только на Азии, потому что у них, по-моему, она давалась, я не помню, как ее зовут, она давалась, по-моему, в каком-то паке или что-то такое, да. Вы знаете, у нее эксклюзивная лидерка, это единственная лидерка в игре, которая дает критикал дамагу, да. Так, когда скайп? Когда-то. Аракис, ты был бы рад, если бы добавили руны на возврат дамаги? То есть на ответ, да? О, кстати, хороший вопрос, реально, я думаю, да. То есть я думаю, я перефразирую твой вопрос и отвечу на него, как я считаю. Если бы были руны такие, допустим, вы наносите дамагу, да, если, допустим, один сет дает, ну, процентов 15 возврата. Вы там ударили на 15 тысяч, допустим, там 1000-2500 назад вернулось. В принципе, прикольно, почему бы нет? Я думаю, такой сет реально неплохо жил бы на ком. Его можно было бы на кого одевать, на кого одевать? Его можно было бы даже одевать, знаете, на кого? На Тессариона, потому что его бьют больно, но за счет своей вот этой вот, за счет своей пассивки и непобедимости, он мог бы впитать, особенно в защите, там даже в атаке, очень много дамаги, следовательно, отрефлектить ее. Я за такой, да, я за такой покрун. Так, агентня кристаллов огня норм, да, да, Лиза классная, классный персонаж. Где ее юзать? Да, в принципе, наверное, тоже везде. Реально, везде. Аракис, пишу 4-й раз. На днях выпала лиса воды. Стоит ее качать? Лиса воды. Только если у тебя нет масс снятия бафов. Но 6 звезд... Кстати, ей неплохо еще качают вулкан. Почему бы нет? Да, можно ее раскачать, если у тебя нет рока и тому подобных персонажей. Да. Ну ж... Так, где наш кипец? Где Паша? Либо пропал, либо перезашел. Либо еще не вышел. Так, где наш Паша? Так, дальше. Ага, кипец покинул. Народ, пересоберете пати, я пока выйду, да? Пересоберите, пожалуйста, пати. Стойте, мы еще B4 фармили? Или это у меня просто был глюк? Так, что у нас интересного по рунам? Ага, класс. Просто топчики. Так, ждем сейчас приглашения. Аракис, есть гор воды. Одел его в свив, плюс 91 скорости. Стоит гексить под него вальку? Да, да, да. Лучше вальку можно сгексить. Почему? Потому что они вместе очень красиво смотрятся. Да, это пара на миллион. Я также хочу водяного. И я, наверное, про Хлою даже отчасти забуду. Либо на ГВ я уже Хлою буду в другое пати совать. Потому что, вы знаете, Хлоя у меня одна. На танков... так, да-да-да, на танков можно одевать. Аракис, кого... Сейчас, секундочку, народ... Аракис, на кого бы ты... Какого ты бы добавил монстра в игре, если бы был админом? О, не, народ, здесь демагогию можно устраивать на долгое время.
Какого бы монстра? Я бы добавил бы, наверное, больше юзабельных саппортов, потому что ДДшек и всяких танков, наверное, уже попой жуй, анусом кушай и все дела. Я бы добавил каких-то более качественных саппортов. Каких? Да не знаю, это нужно очень долго размышлять. Да, это не для стрима вопрос, серьезно. Но вопрос хороший, серьезно. Будет о чем задуматься. Аракис, так, я был бы рад, если бы добавили руну доты с 25%, да. Реально крутая руна. Люмериция, стоит ли ее качать и где она зайдет? Отвечаю на твой вопрос. После стрима зайди на мой канал на ютубе и посмотришь гайд. Да, посмотришь гайд, потому что в гайде будет Люмериция, да, и все остальные. Аракис, как гор воды стоит качать? Да, если у тебя есть Валькирия Ветра. Ассасин Ветра, норм? Да, Таня, норм. Даже топ. Ну, не считай тьмы. Франкенштейн Света, корм. Мне не нравится. Кто-то качает для Гидры, но это уже такое какие-то извращения. Я считаю, есть более юзабельные монстры. Что лучше, Рок либо Сад? Оба одинаковые, но Року чуть проще прокачать скиллы. Ну, как чуть? Десятки раз проще прокачать. Сад, во-первых, более требователен к скиллам. Ему нужно больше корма. Но если вы лейтовый дружок, так скажем, я бы не отказался бы и Саду прокачать скиллы. Но я уже привык к Року, поэтому... Мне просто Рок больше нравится. Так, Deadshot Forever. В четвертый раз увижу этот вопрос, тоже кину блок. Я уже отвечал тебе дважды. Аракис, ты доволен обнове, что пофиксили надпись «Шанс крит удара»? Кстати, да, да, вот, Литис Плей. Это реально, это просто супер. Вы видели, да, если сейчас зайти в инвентарь, кто-то не заметил этого. Сейчас уже пишется не «Шанс крит удара» и все такое, а просто, по-моему, «Крит шанс» или что-то такое. В общем, сократили, и теперь число красиво видно. Просто лучи любви просто администраторам, они крутые. Да, в этом плане классную обнову сделали. Так, и фрит цвета, да, крутой. Аракис, почему лучше качать мобов в пачке одного подходящего и трех качаемых, чем один подкачаемый и один качаемый? Потому что меньше опыта дадут. Да, меньше опыта, можешь сам проверить. Кунг-фу огня на некре норм. Кунг-фу огня. Нет. А вот тьма топ. Везде. Так, Аракис, скажи, почему нет Ифрита Света? Не знаю, вопрос не ко мне. Аракис, ты видел скрины Арх Света в Гексе? Если да, правда ли это? Я видел и Арха в Гексе, в Гексограмме, и я видел обезьяну огня в Гексограмме. Поэтому, кого из них добавит, и что из них правда, а что троллинг, я не знаю, честно. Я бы хотел бы видеть Макаку, потому что Макаку я бы, ну, кровь с носа скрафтил для чего? Я бы ее использовал вот здесь как лидера. Потому что у меня нет хорошей лидерки. И для Макаки я бы еще и прокачал Дариона. Канамию, вы знаете, я хочу апнуть. И у меня добавилась бы пати для, ну, как минимум, B4. Поэтому я очень жду этого добавления в Гексе. Да. Аракис, у Прахи второй скилл работает на Хлою. Второй скилл на Хлою. То есть... Второй скилл у нее, по-моему, снимает вот эти вот все бафы, да? Я просто путаю. Да, второй скилл. Что значит, работает ли на Хлою? Да, снимает, почему бы нет? Против Хлои, конечно же. Она снимает все бафы, ну, если там вам повезло. Кого лучше перевести на 6 звезд? Белку или Малаку? Смотря для чего. Малака это более такой персонаж для арены и для башни. А Белка заедет абсолютно везде. Ракис, ты знаешь, на кого будет следующий Хок и Гекс? Я знаю стихию и число, когда будет следующий Хок. Хох, а Гекс точно не знаю. А на какого монстра будет, это вы узнаете за 3 дня до обновления. Так. Аракис, хочу все же узнать, как действует сет вампирик на скиллы, которые в ходе атаки тратят ХП. Твоя теория. Тратят ХП, то есть когда ты ходишь, допустим, у кого там есть 10% ХП ты тратишь, потом восполняешь 35% от вампирик сета, в принципе, здесь... Все логично, я думаю, если я правильно понял вопрос. Привет. Привет, Style37. Привет всем, кто зашел, народ. Добавляйтесь, регистрируйтесь. Вы видите чат. Я очень рад тому, что чат очень живой. Очень живой чат. И вопросы нон-стоп. Я помню просто свой первый стрим. Там было, по-моему, человек 40. И то я не ожидал этого. А сейчас нас уже, вон, почти 200. Блин, ну мать его за ногу, дали опять ману. Поэтому нас все больше и больше. Я этому, естественно, рад. Так, включим другую песенку. Так, да, я готов. Кстати, насчет рун, где-то в недрах игры порядка 38 возрождений. Ну, наверное... Ага, ну, наверное.
Люмерице, стоит ли ее качать? Посмотришь мой гайд на ютубе и для себя ответишь на все вопросы. Аракис, почему гор воды и валька ветра вместе имба? Я не говорю, что они имба, имбушечка, ну может я так прикалываюсь. Просто они созданы друг для друга, особенно гор воды создан для вальки. Почему? Потому что он кидает все нужные бафы, которые нужны для вальки. Это шанс крита, это сила атаки, еще и непобедимость. Все, а что нужно еще валькирии? Ничего. Ну желательно еще иммунитет, но это уже дело такое. Самое главное, чтобы валька походила... третьим скиллом. И третьим скиллом сквозь броню. Поэтому вот. Как-то так. Кого лучше на гидру, Дариона или Диаса? По-моему, они оба одинаковые, если честно. Просто Дариону проще скиллы точнуть. Я так скажу. Аракис, привет. Привет, Аня. А мне в первый день обновы выпал хак света. Ты будешь мод... Аня, извини, гори в аду, блин. Для тебя котел. Я буквально 10 минут назад или сколько рассказывал про хака света. Это просто... Чума, а не персонаж. Это третий плюс второй скилл для медленных монстров, особенно для ДД. Это, ну, короче, посмотришь в записи, там послушаешь, для тебя будет много чего интересного. Как убрать вылеты в Нокс, а то бесит, уже несколько раз вылетаю. Как убрать вылеты в Нокс? Народ, вот заходите вот сюда, System Setting вы видите, и там, где память, выставляете, вот, к примеру, у вас на компьютере 8 мегабайт памяти, да, гигабайт памяти, вы ставите там 4, то есть 4.0.96, вы ставите такую цифру. Если у вас, к примеру, 4-ядерный компьютер, ставите тоже 4 ядра, 8-ядерный ставите 8 ядер. Там, в принципе, все поймете. И ваши вылеты закончатся. Аракис, слушай, братья. Ведьма ветра вата, либо стоит качать. Ведьма, только стоящее внимание, это вода. Вальке мужика надо, да? Да, Вальке нужен мужик. Арха света, Федору... ну да, да. Я не знаю, честно, арх света, ну да, я его, возможно, тоже скрафчу, но мне бы больше макаку огня, да. Макака для меня была бы вообще круто. Араки, сделай список по монстрам на 6 звезд, кого качать и сразу... Спасибо, Никзив. Спасибо. Да, человек прав. Поддерживайте меня, народ. И спасибо огромное Никзипу и всем, кто меня поддерживает. Реально, любой валюте вашей рад. Монгольским тугрикам, рублям, долларам, гривнам. Огромное вам, народ, спасибо за то, что помогаете мне и поддерживаете, улучшаете в сумме мой стрим. Вы видите, на что я собираю, и в дальнейшем, в скором времени, да, я все это перенесу на второй экран, и все будет намного красивее. Возможно, еще и лагать станет меньше. Так, Аракис на Азии добавили в пак эксклюзивную Рину, у которой есть лидерка на 55% здоровья. Хорошо. Что за убийца ветра? Это Таня. Привет. А мне выбрал хак ветра и воды. Да, у меня тоже, по-моему, ветреный или какой-то там хак есть, я не помню. Убийца ветра топ и тьма тоже, да, согласен. Привет, Terra Blood. Привет-привет всем, кто в первый раз с нами. Народ, если вам не тяжело прямо сейчас, если вы в гильдии состоите, скиньте, пожалуйста, ссылку на мой Twitch, скиньте в какую-либо группу, в которой вы сидите. То есть, чем больше нас будет, тем лучше для меня, естественно, и для вас. Больше вопросов, больше моих ответов, больше полезной информации, да. Поэтому спасибо вам наперед. Киньте, я не знаю, ссылку куда угодно. ВКонтакт, там, друзьям, не знаю. Я думаю, в каждой гильдии есть диалог, который можно кинуть. Заранее вам огромное спасибо за это. Так, сейчас посмотрим, какая руна. Твою ж мать. Одна. Один. Один, сука, кусочек. Чтоб ты, блин, да. Скоро я, кстати, и камни буду взрывать, не забывайте. Это будет, скорее всего, после 6 марта, я не буду, я там посмотрю, возможно, в стриме. Ну, короче, когда обновится вот эта фигня, и там будет Бриан, Ундина, которая мне тоже нужна на гидру, поэтому я буду ждать очень Ундину. Ундина и Бриан мне нужны. Так, дальше. Аракис, ты лучший, спасибо за помощь. Пожалуйста, спасибо за то, что смотрите. У меня на Ноксе сразу пишет неразрешенное приложение, игра выбивает. Ну, народ, в плане, я не технарь. Я лишь могу вам дать такой совет, народ. Пишите вашу проблему и то, что вас волнует, в Гугле. И такой сайт, как 4PDA, это форум, он вам ответит, ну, наверное, на 99% из 100% в плане программы. То есть самого Нокса. А вам там могут не ответить, какие руны одеть на того-то персонажа. Но в плане программы вы найдете информацию. Нужно больше доната. Согласен. И в любом случае, спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо, народ. Я, блин, уже в одну кинул, бан на 2 недели дали.
Блин, ну... Извини, да. В группах таких, как, я не знаю, вот эти вот группы, у которых по 8, по 11 тысяч человек, я договорился с администраторами, то есть если я не флужу, то есть раз в сутки кидаю там какое-то видео свое, то есть это никак не блокируется, то есть мы друг другу пошли навстречу, да, то есть я даю полезную информацию, меня за это не блокируют, и я там не флужу, в общем, я думаю, все будет хорошо. Привет, привет, привет всем. Чем больше народа, тем сложнее тебе вопросы задавать. Ну, отчасти да, но я буду более рад тому, что если меня будут смотреть 350 и больше человек, потому что я получу партнерка. Партнерка, это, естественно, для меня отчасти уже пойдет какой-то, даже не сказать заработок, а я быстрее буду собирать на вот этот монитор и тому подобное, да, потому что вы знаете, многие, да, я скажу так, что даже пишут мне ВКонтакте, а как на тебя подписаться на Твиче? На меня можно только зафоловиться, но я не знаю, что оно именно дает, по-моему, какое-то уведомление, а подписка дает вам уведомление на email, то есть вы всегда будете знать о том, когда я выпускаю свои новые видео, уведомление о том, что я начал вещание на Твиче, и когда у меня появится партнерка, естественно, от 300 и больше человек меня просто должны смотреть, и у меня должно быть 3 и более вещания в неделю. Но эту проблему легче решить, чем количество людей, естественно. Но я думаю, в дальнейшем будут смотреть больше и больше людей. И партнерка даст еще такую немаловажную штуку, как смена качества на YouTube. Если ваш интернет слабенький, либо вам не нужно HD-качество, там еще тому подобное, вы знаете, вы сможете сменить качество. Поэтому как-то так. Аракис узнал, что Змей Света, он же Эль Фурия, достоин прокачки в сете «Вампирик и ответ». Ты назвал его ни рыбой, ни мясом, что по этому поводу думаешь? Тема такая может покатить. Я не помню его скиллы, честно. Любой монстр где-то закатит. Но вы знаете, я не люблю таких монстров, которые юзаются лишь где-то в одном месте. Я даже вот фею огня прокачал только из-за того, что у меня просто нет альтернативы ей. У меня нет другого монстра, который был бы также полезен лично для меня на некроманте. Аракис, что скажешь... Аракис может сказать, нормальная ли Рина, какие ей руны. Нет, Рину не стоит даже качать, ну, разве что до 5 звезд. И одеть ее на максимальное количество хп. То есть, 3 сета Energy, ну, Виолент, я не думаю, что ты ее будешь одевать. Так, 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 люди, скиньте мне ссылку на группу ВК. Опусти видео, и там есть вся информация. Если ты сидишь с телефона, да, народ, скиньте, пожалуйста, человеку, если вам не тяжело, на нашу группу. Аракис, немного картинка с вебки квадратиками идет. Есть ли у тебя возможность немного поднять битрейт? Если я подниму битрейт, то многие, наверное, поубегают с этого стрима, потому что не у всех есть дома хороший качественный интернет для того, чтобы смотреть. Битрейт у меня сейчас стоит около 1300. Если я поставлю хотя бы 1500, уже народ начнет жаловаться. Поставлю 3500, который вообще как бы априори должен быть, то меня, наверное, будут смотреть человек 50, а не 150. Поэтому как-то так, да. Поэтому я стараюсь, но отчасти, угодить большинству. Может, не всем я угожу, но... Пытаюсь. Блин, руна. Хотя защита 36% для такой руны нормально. Возможно, копера когда-то одену. О боже, последние кристаллы тратим. Блин, обидно, жалко. Ну, что ж поделать, надо. Кстати, надо еще и башню проходить, потому что я там, по-моему, на 52-м этаже. Ну, на хард-версии, я имею в виду. Так. Аракис, оборотень воды. Норм, какие руны? Да, но если есть эшир и ты планируешь эшира, то оборотня воды не спеши, наверное, на 6 звезд переводить, потому что мой валяется. Какие руны? Можно одеть виолент, можно одеть скорость, можно одеть рейдж плюс блейд. Но это вряд ли. Есть такие руны хорошие. Ниндзя света стоит качать? Насколько я помню, неплохая лидерка для света и полезные дебафы. Если у тебя есть много... светлых персонажей, таких как... Ну, Белка, естественно, я думаю, у многих есть. Если у тебя есть Эзария, по-моему, так ее зовут, Суккуба Света, хотя вместе с этим они, наверное, не сочетаются. В общем, если лидерка тебе подходит, только тогда и качай. А если он у тебя не будет стоять в лидерах, значит, наверное, бестолковый он будет для тебя. Не надо битрейда. Какие рунки Арху Огня нужно... Где он полезен? Арх Огня полезен, наверное, везде, кроме B10... гиганта, наверное, да. Какие руны? Я бы одел Виолент плюс Вилл Сет, это который дает вот этот на один ход иммунитет. Это для него топовые. Что в плане
2-4-6, я бы поставил скорость, я бы поставил ХП и ХП, начальный вариант, а там бы уже смотрел бы. Араки, скажи Марьяне, чтобы зашла в чат. Она немножко занята. И спрашивает, зачем. Да. Музычка релаксирующая. Да, есть такое. На ГВ попалась мне как Тарина с 40 левела в Эндуре. Не смог ее слить. Ну, да, бывают такие руны, Рины. Особенно, когда вы остаетесь Ахманом против Рины и тому подобное. Да, никто не убьет. То есть, по-любому, есть Рины, да. Кто их успел раскачать, проточить, они зачастую, да, выигрывают бои, либо сводят их в ничью. Но я не люблю таких персонажей. Вы знаете, я за все-таки топлю за более атакующих монстров. И в защите я не игрок. То есть, я за атаку. Это мой стиль игры в этой игре. А там уже решайте сами. И... По факту Рина корм. Аракис, нормален ли охотник за головами воды? Нет, ничего у него там интересного, и в лейте он не закатит. Хотя для до 5 звезд, народ, вы можете прокачать, наверное, чуть бы не любого монстра. Аракис выпал сильф воды. Есть ли смысл уделить сильф или сильфид? Если сильф это мужик, сильфида это девочка, да. И внимание, где используется, скажи, пожалуйста. Да, это топ, один из топовых контроллеров в игре. Тайрон крутой персонаж. Одевать Деспайр плюс фокус, где юзать абсолютно... Нет, наверное, не везде. Башня, арена, ГВ. Да даже в СДшках. Почти везде можно юзать, скажу так. Глобал будешь смотреть? Нет, на следующем стриме Глобал будет в среду. Сегодня будет Европа. Сегодня вечер Европы. Или ночь. Аракис, нормален ли охотник за головами воды? Отвечал на этот вопрос. Нет. Кто будет делать видео для Ака? Я не знаю, что это. Качал, начал качать Бист Хантера тьмы. Сегодня выпал света. Стоит ли качать обоих Бист Хантер? Вот эти все переводы. Напиши на русском, честно, я не помню, как их там. Как по мне, наверное, не стоит. Ну, до 5 звезд, как я и говорил. Можно раскачать любого персонажа. А там уже, я думаю, ты по гайдам и по всем остальным делам сможешь понять. Не, ну гриба до 5 звезд, наверное, не нужно качать. Не за... Народ, не занимайтесь этим извращением. Фу-фу-фу-фу-фу. Занимайтесь лучше извращением с вашими девушками. Да, и найдите уже девушку, если у вас... Да, найдите себе уже девушку, если у вас ее нету. Пускай избавит ваш писюн от рабства правой руки. Вот так, да. То ли если на гидру взять полярку ветра, снимет дебафы на самой гидре. Или меня глюкануло, когда в данже ее качал. О, кстати, по поводу полярки, я не знаю. Нет, наверное, не стоит полярку брать, потому что если она снимает с гидры бафы, а мне кажется, она снимает, это будет вам в минус, народ, вам... Вам люди в пати спасибо не скажут. Не надо. Не нужно, народ. Если она снимает, то не нужно брать. От чего зависит и 1,5% бонус при усилении монстра? От рандома, честно, ничто на это не влияет. Ромаго, стоп. Да, согласен. Аракис, хороша ли лиса легенда? Какая? Все они, в принципе, юзабельные, но стоит или не стоит. Огня для некроманта. А если есть Люшен, стоит ли качать Пирета Ветры? Нет. Люшен в десятки, в сотни раз это один из лучших ДД в игре, который юзается что в начале, что в лейте. Аракис Вор Призрак Тьмы стоит внимания или на корм? Стоит внимания, и по поводу них я делал гайд. Аракис как Рыцарь Драконов Ветра. Рыцарь Драконов Ветра. Ага. Какие ему руны? Рыцарь Дракона... А, то есть это Лео, да, я насколько понял? Да. Лео, какие ему руны? Ну, Виолент плюс ответ, топовые руны, и желательно ему скорость вообще не поднимать. Аракис и розовый мишка. А можно ли скормить монстра 6 звезд монстру 5 звезд для перевода? По-моему, да, но я не пробовал, честно. Я не пробовал. И я не хочу скармливать своего Вигория, хотя он у меня как корм лежит. Не хотелось бы проверять, хотя, возможно, когда-то проверю. Может, его когда-то улучшит, может, появятся 7-звездочные монстры, а у меня уже там пару штук готовых. Я даже первородок скормлю.
точнее, не, не 7-звездочные, а 6-звездочные монстры, которых можно будет перевести на 7 звезд. Аракис, какой топ-5 мобов ты бы выставил, исходя в частоте использования? Веромос, Белка, не в счет. Топ-5 монстров, которых чаще всего юзают в игре. Если я расскажу бюджетные варианты и небюджетные. Сначала бюджетный вариант. Бернард, наверное, одно из первых мест. Второй монстр. Дарион. Третий монстр. Это Калин. Особенно сейчас она набирает популярность. Вот, это Гарпу Огня. Это 3 монстра. Четвертый монстр. Из таких бюджетных вариантов. Кто еще? Рама. Рама, вы знаете, юзается везде. Уже 4. И пятого возьмем... Давайте возьмем Канамию. Да, Канамия тоже. Из небюджетного варианта самых популярных мобов в игре. Хлоя. Да, Часун. Люшен. Кто еще? Арнольд, да, многие его юзают, особенно поначалу. Бриант, там много можно сказать, Ундина, Ветреная. Их очень много, 4-звездочных, да, юзабельных. Какой ДД ветра для начального уровня? Какого выбьешь? Тут тебе ответить тяжело. Какие руны самураю воды? Скорость, либо фатал, либо рейдж. Виолент не закатит, наверное, отстойно будет. Фатал, я думаю, фатал у многих должен быть. Привет, привет. Аракис, когда... Куда можно Ундину Огня и Гора Ветра определить? Гор Ветра. Для Копера, я так понимаю, за счет своих бафов. Ундина Огня. У нее подхил есть. В защиту, наверное. Ну, не знаю, она мне не нравится. Как? Для Ифрита Света сделает 7 звезд. Возможно. Вампир, Хва, Шеннон и Меган. Бернард. Ну, вампир это 4-звездочный, во-первых. Скорми Вигори и Бетти коммунити для перевода. Ой, возможно, я когда-то для прикола это сделаю. Для прикола. Аракис, куда можно Ундин... Да, отвечал? Блин. Начал чесаться нос. Не знаю, чего это зависит. Ай, рандомчик, да, по поводу почесывания носа. Аракис, стоит ли качать медь? Это Копер, да, насколько я помню? Да, да. Но нужны хорошие руны. Если нет ни одного ДД... Вот такая вот руна. А, красавчик. Да, 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 да. Грацульки. Вообще. Наконец-то. Услышали меня боги рандома. Эшир будет сегодня просто пищать на радостях. Вот. Ног прохи чешутся. Дальше. Если нет ни одного ДД воды, пиретка воды закатит? Да, да. Аккаунты разыграли. Аракис, Рэнди Норм. Да, Рэнди Норм только для Копера, либо для Некроманта. Вот. Аракис... Как зовут кошака, который не научился двери закрывать за собой? Рыжик его зовут. Да, банально зовут Рыжик. И как научить его фармить вулкан? Вот если бы он фармил вулкан, ну, народ, он сейчас спит. Это существо сейчас спит. Опять же, кокосами кверху. Так, я так понимаю, наверное, Андрея выбило. Я не знаю, выбило или нет, сейчас напишет. Да, рунка реально классная. Просветите новичка, кто такая Белка. Белка это Беладеон. Это Инугами Света. Она выбивается на 100-130 каналах, да, что немаловажно, да. В 444-м искать ее не надо, пожалуйста, не делайте этого. И выбивается по воскресеньям. И, по-моему, сейчас все 5 данжей открыты, поэтому у вас 4 дня в сумме было. Дина Ветра, куда ее... Не знаю, куда ее определить. Юзается абсолютно везде. Везде. Снимает бафы, накидывает иммунитет, подхиливает. Так. Эширу лучше Виол или Рейдж? Смотря какие руны, понимаешь? Я бы одел бы Виолент, если бы у меня был бы в 4-й слот крит дамаг. Но я не одену, потому что, знаете, у меня Карл раздетый, у меня Таня раздетая, поэтому нет. Эширу я одел Рейдж. Да, в 4-й слот, там, по-моему, у него стоит крит дамага. Я так себе задумался, блин, я просто хочу Виолент одеть Карла. Виолент, да. Хотя, возможно, Эшира я раздену, но нет, Эшир мне все-таки больше пользы дает. Так, я что-то не понимаю, что происходит.
так понимаю, выбила кого-то. И киньте мне, пожалуйста, пати. Сейчас мы... Если меня не выбило, да, меня выбило. Сейчас я перезайду в игру. Вот такие дела. Раки, спасибо, благодаря тебе я узнать, как выбить белку. И все получил. Вот видите, народ, человек захотел, человек выбил. Я также в свое время за 3 часа выбил белку и Ахмана. Ничего тяжелого. Зашел на канал и побегал. Если вам нужно, не сидите, не ждите, что вам кто-то кинет пати. Сами кидайте пати. Араки, скажи, какая лидерка для 20-30 левела норм и где ее выбить? Лидерку дают монстры. А где этих монстров выбить? Со свитков. Лидерки хорошие на скорость атаки, на атаку, на хп. Резист, защита не самые лучшие лидерки, но что есть. Так, народ, скиньте мне, пожалуйста, пати, если вы смотрите Twitch. Народ, я вот смс-ку просто для тебя... Огромное спасибо, народ, спасибо, кто мне скидывает деньги. Это очень приятно. Просто телефон был на вибрации, я не увидел. Огромное спасибо тем, кто помогает мне с донатом. Огромнейшее вам спасибо. Сейчас я зайду в контакт. О, господи, какая эротика сейчас прозвучала. Так... Все, мирюсь с Мишкой, да. Что там с котиком? Так, отвечаем дальше на ваши вопросы. А. Ничего, его поцеловать куда-то или что? Убери это животное. Аракис, одень Таню, как же девушки без одежки. Да-да-да. Так, все, поехали, народ. Ифрит тьмы ее не заменяет... Я про Ундину Ветра. Нет. На Гидре не заменяет. И знаете, я сразу возьму Ундину, а Ифрита нафиг выкину. Потому что Ифриту блокируется пассивка. Следовательно, он не работает. А Ундину заблокировать никак нельзя, только станом. А как он через комп сидит в игре? Заходим на канал Arrakis Games. И смотрим видео, как играть с компьютера 4 способа. Народ, по сути дела, знаете, если вот так вот ответить... На любой ваш, наверное, вопрос, который вы задаете сейчас в чате, можно найти информацию у меня на канале. Но, опять же, многим просто лень поискать ее. Я не говорю сейчас, я не говорю мне задавать вопросы. Но стримы у меня же не каждый день, да, и не по 10 часов я их веду. Поэтому ваш любой вопрос и ответ на него, самое главное, вы сможете найти, узнать, прочитать, послушать на канале, даже в интернете погуглить. Аракис, сколько ты играешь с Summoner War и с каких монстров ты начинал? Играю я чуть больше года, вы знаете, 7 февраля у меня был год в игре, по-моему, 7-го, да. Целую, Мишка. Аракис, в каком районе живешь? Если ты с Одессы, то я живу в Малиновский район, ближе к центральному автовокзалу. Так, из каких монстров я начинал? Я фармил арену вампиром Ветра, его же потом в Гекс выкинул и фармил уже валькой. Вот так. А монстры вначале у меня были очень плохие. Я знал, что мне не везет. Я считался полнейшим неудачником в этой игре, как, наверное, и многие. Но в дальнейшем потом мне уже выпали уже более-менее хорошие монстры. Да. Карма. То есть поцеловать Мишку и выпадет это праха, да? Сколько у тебя видосов на канале, не считая стримов? Не считая стримов, около 120 видео. Со стримами, со всякими превью, около 140 видео. Блин, а если задуматься, 140 видео за 4 месяца, народ. Это офигеть как много. Таким, наверное, может похвастаться... Ну, я с ними, конечно, себя не равняю, но... Мне сразу в голову приходят такие стримеры, как, естественно, UDCB, Шизофреник. Я просто на других не подписан в плане тех, кто вещает на английском языке. Вот. Как-то так. Да, офигеть, столько видео. Аракис знает этого моба как Гаруду Огня 30 на Бернарду. Нет, не стоит. Бернард в разы полезнее. Толь не увиливает поцелуя Мишки. Ай, блин. Все, Аракис, мы уже едем к тебе, зря ты назвал свой адрес. Розыгрыш был, да. Да. Стоит качать охотника за головами огня. Это, по-моему, Рэнди, да, стоит.
Роксаша Ветра, корм? Нет, не корм, но пассивка такая, что будет тебя очень и очень бесить. Где-то она у тебя будет срабатывать по 50 раз, и ты будешь сидеть просто, блин, там, я не знаю, все будет у тебя там, ты пылать будешь от этой пассивки. А где-то ты сыграешь 10 боев, и ни разу пассивка ее не прокнет. Эти 15%, они настолько раздражают, вот. Хак тьмы заменит Бернарда? Надо подумать. Надо подумать. Опять же, я не рассматривал конкретно их скиллы, я только рассмотрел свет, и, возможно, как-то я с ним... Да, уже нет смысла. Народ, вы каждый скилл можете и сами почитать, поэтому видео отдельное. По поводу этого я не хочу снимать. Почему? Потому что выпадет мне какой-то рандомчик на Хага, либо на вот этого вот короля, вы знаете, как я назвал. Во-первых, его зовут не король эльфов, а король, по-моему, фей. Потому что то ли так его правильно зовут. Но я его, вы знаете, как видео назвал король педераст. Да, вот так я его назвал, потому что это бабочка, это ифрит с крылышками, как я его там назвал в одном из видео. Вот. Мы просто тоже с Одессы. О, отпиши ВКонтакте. Отпиши ВКонтакте, где живешь и все такое. Может, я тебя еще и знаю. Play 666 и Hardmon, да, Playach 666 я точно где-то видел. Ладно, в принципе, неплохая рунка, в принципе, да. Защита тоже иногда где-то нужна. А, вот, я не туда смотрю, я-то думал, да, я не туда смотрю. Скорость 1-2, ну, тоже нужна, да. Что думаешь насчет охотника чудовищ света? У него, по-моему, с третьего скилла какой-то там контроль, мне не нравится. А там на 5 звезд можешь прокачать, потестировать. Какая у вас сейчас там погода? Погода какая у нас, ну, хреновая. Не самая теплая, да. Не самая горячая погода. Аракис, какая у тебя квартира? Уже звоним, открывай. Я живу, во-первых, в частном доме, да. У меня не квартира. Частный дом. Да, частный дом, это круто. В 2 часа ночи музон на всю. Никто тебе не позвонит, не постучит в окно. Ты не слышишь никаких соседей. Красота. Да. В чем-то плюс, в чем-то минус. Ага. Акула тьмы может стать заменой Шеннон? Вряд ли. Вряд ли. Шеннон заменить очень тяжело на самом деле, потому что массовый стан при Деспайре, плюс еще и замедление, и с первого скилла Гланс, это достойно внимания. И ее может заменить только, наверное, Водяная. Да, Водяная Пикси, так как, вы знаете, я на Шеннон третий скилл в башне уже не юзаю, он мне просто не нужен. Мне не нужен ее баф на атаку и защиту, я лучше чаще похожу первым скиллом. Вот как-то так. Сделай обзор своего дома. Нет, пока не буду этого делать. Аракис, кобальт, за какую стихию норм и почему? Все кобальты хороши. Все кобальты хороши, и они разные в использовании. Меган Шеннон. Меган Шеннон. Меган для арены, Шеннон больше для данжей и тому подобное. Да. Так, Стасик, давай, пожалуйста, не нужно этого делать. Аракис, а сколько С... А, у тебя, я так понимаю, комнат? Во-первых, у меня дом состоит из двух частей. Блин, это долго объяснять. У меня кухня, прихожая, моя комната. И, короче, есть еще куда расстраиваться, если что. Да. Погода фиговая. Да, задаем вопросы, пока отвечаю. Нужно попить. О, песенка классная, вообще. Я с нее начинал, помню, стрим. А она меня вставляет. Люблю я вот такой. Народ, если у вас есть подобная музыка, где вот такой вот писклявый женский голосок, скиньте мне, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Да, мне тебя хватает. Но ты песни не поешь. Так, все. Нос? Что? Не чешется. Мишку целую. Ай, прикопались эти мишки. Я в СВ накопил свой первый миллион. Грацульки, это хорошо. Копи, у тебя скоро будет 26, как у меня. А если вот так задуматься, народ, почему в игре нет такого счетчика, сколько ты потратил за все время кристаллов, маны, сколько ты открыл свитков? Реально, если подмины меня сейчас услышали, surprise, я бы... Лови вкусняшку, жене привет, вопросы делай платно. Вопросы. Спасибо. А зиму, да, я просто, я же говорю, я вижу все это в миниатюре, поэтому я очень хочу вот этот вот второй монитор. Спасибо огромное, Азимут. И жене привет. Спасибо огромное, народ, спасибо. Я, короче, уже смотрю к тебе в окно и наблюдаю за тобой. Ах ты извращенец.
А вдруг я в одних трусах сижу? Это вы видите, что я в футболке. А вдруг я даже без трусов? Так что не надо, не надо. Аракис, когда тебе выпало первые 5 звезд, а то 34 левел, нет ни одной пятерки. Я на 36 выбил, так что у тебя еще все впереди. Акасис, ты знаешь, как влияет... Я так понимаю, Аракис, наверное. Ты знаешь, как влияет защита на атаку, то есть как... Защита режет атаку. Это высчитывается какими-то формулами. Я вообще в этом плане не заморачиваюсь. Короче, чем больше защиты, тем меньше тебя бьют. Честно, я в этом не заморачиваюсь. Это долго очень обсуждать. Счетчик бы сломался от твоего количества. Да, возможно, но потому что... В среднем я трачу за неделю около 5 миллионов маны. Набиваю около 5,5-6, наверное. Ну, я не знаю, я не считал. Не считал, честно. И вот так, если посчитать на год игры, все это перевести. Да, я раньше набивал, естественно, меньше. Чем дольше ты играешь, тем больше ты набиваешь и тому подобное. Но, блин, было бы прикольно посчитать. О, мне дали мистик, и мы его откроем. И там, сука, праха, я уверен. Да. Ну, праха хорошая девочка, она не так, кем я обозвал. Ну, ничего, это литературное слово. Кого качать, Франк? Стоит ли качать Франка Огня на 11 левеле? Да, можно, но до 5 звезд. Гостей принять? Разве что летом и... Нет, наверное, в своей комнате я точно вас не приму. А если вы хотите приехать в Одессу, познакомиться со мной лично, пообщаться, угостить меня пивасиком, потому что я бомжара еще та. Да, я не пью пиво, жена кричит. Ну ничего, безалкогольное можно выпить. Вот, если вы хотите приехать в Одессу летом, не знаю, напишите мне ВКонтакте, позвоните мне. Я думаю, я буду... Если я не буду работать, то почему бы не встретиться, можно и на море поехать. Да, море недалеко. Диджей... Мужик или как это такое? Ладно, отпишите мне, да, по поводу музыки ВКонтакте, кто понял, о чем я. Праха сейчас... Да-да-да, я очень жду праху. Аннабель вытащил, блин. Честно, я завидую тем, кто вот открывает один свиток, и им падает первородка, либо очень хорошая четверка, типа там, я не знаю, Часунки, Хлои. Мне никогда такого ничего не падало. Я когда открываю 1, 2, 3 свитка, мне вечно какой-то шлак сыпется. А вот когда я собираю свитков 50-100, вот тогда мне и первородки падают и тому подобное. Не знаю, может это мне так и не везет. Зачем так много рейда? Ну, такие дела. Я жду обновление... То есть, вы знаете, я бью рейд... То есть, блин, я уже оговариваюсь. Мы бьем 1 час рейда. Почему? Потому что через 8 минут обновится арена. Следовательно, мы сможем отвоевать. И сейчас я сделаю тише музыку. Аракис, пожелаю удачи. Вызываю Тоси и Тревора. Давай. Вызываю. Грацули, давай, удачи. Давай. Раки скиллы, влияющие на атак бар, сильно зависимы от точности. Атак бар? А, ну все скиллы, по сути дела, такие, да, точность. Ну вот, к примеру, да, если возьмем Хву, она снижает атак бар. И, следовательно, да, если у вас будет 0 точности, то она будет реже спускать атак бар, там, насколько, на 25 или на 30%, я не помню. То есть точность влияет. Аракис на своем опыте убедился, что бесполезно копить свитки. Все первородки... были выбиты именно с одного 3 свитка. Ну, вы видите, народ, я сейчас не коплю свитки, и я на каждом стриме хотя бы 1-2 свитка открываю, думаю, и вам это интереснее, да, и мне. Аракис, поясни, на что влияет точность и скорость. Первое, точность, это на шанс срабатывания дебафа, то есть прохождение. Народ, я, кстати, скоро, как вы уже говорите, запилю видео, в котором я объясню, что такое точность, прохождение скиллов, бафов, дебафов и тому подобное. Особенно дебафов. Что на это влияет? Потому что многие не понимают. Возьмем, к примеру, я сейчас даже некий спойлер вам расскажу. Возьмем пирата воды. Пирата воды. Вы знаете, если ему не прокачать по максимуму третий скилл... Сейчас я забью и продолжу. У него начальный буст там 75%. Что значит и означает эти 75%? 75% это на то, что идет расчет того, к примеру, да, вы возьмете пирата против 4 монстров. 75%, следовательно, вы можете на одного из них закинуть раскол. Анимация, точнее, пойдет даже такая, что либо на одного, либо на двоих, либо на троих, либо на всех четверых. 75%. Если на скилле у вас 100%, 100%, 100%, 100%, да, на вашем скилле написано, значит, скилл
будет обрабатываться игрой, ну я не знаю, как это объяснить, рассматриваться со 100% вероятностью. А вот пройдет он или нет, то есть повесится ли дебаф, на это уже влияет точность и резист. Не забывайте об этом. Но опять же, то, что я говорил, это зависит на массовом скилле. К примеру, у белки, как бы первоначальный ее буст первого скилла, 100% как бы раскол, да? Все это знают. И, следовательно, у нее скилл срабатывает 100% и всегда. Но наложится ли раскол или нет, это уже зависит от точности и резиста персонажа. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так. Аракис в начале игры выпала Часун, Бриан, Эмма и Хва. Это норм? Да, это очень таки норм. За Часунку тебя готовы разорвать. Вот. Пингвин Света, Огонь Ветра. Ветра стоящий персонаж, реально крутой. Руна плохая. А вот Свет, я не знаю, где заедет. Тьма, Корм. Так. Фигня, блин, выпала. Давайте еще несколько гидр и пойдем на ГВшку. После ГВшки Европа ждет. Хага Огня во что качать? Чат. Чат, помогите. Я не знаю, потому что... Привет. Акула Огня норм, если отвечал, прости, просто выбила. Нет, мне ни одна акула не нравится, и я не считаю, что они где-то юзабельные. Хотя, по-моему, Акулу Огня юзали на Гидре, но это уже такие извращения, которые не для большинства людей в этой игре, я скажу так. У Рока зависит количество атак от точности? Нет, нет, так же, как и у Тайрона и подобным персонажам. Количество атак у Рока не зависит от точности, а только прохождение самого дебафа. Вот. Только на шанс раскола. У него, по-моему, при прокачке то ли 70%, то ли такое что-то. Так, так, так. Чтоб тебя собака... На каком канале выбивать Йети тьмы? Мне вот, блин, только выпала она. То бишь Кумае. 100-130 этаж. Да. Аракис во что одеть мага Брауни воды? Скорость, либо Виолент плюс... что можно одеть? Фокус, да. И фокус. Скорость, либо Виолент. Виолент должен быть очень крутой. Либо одеть ему сет Свифта, то есть скорость. Сейчас я сделаю чуть тише. Вот так, я думаю, нормально будет. Аракис, посмотри в окно, я тебе принес пивасика. Вот, если бы это было правдой. Вот, тебе, видишь, отвечают и народ. Да, спасибо тем, что вы действительно активные в чате, не просто сидите, просматриваете видео. Хотя у кого, ну кому как, да. И не забывайте регистрироваться, народ. Если вы не зарегистрировались в чате, вот вы видите, особенно если вы пропустили конкурс из-за того, что вам лень было зарегистрироваться, но это дело, так скажем, ваше. Возможно, вам этот аккаунт и не нужен был, понятное дело. Но все равно приятно, да, получить какую-то халявную, так скажем, плюшечку. И почему бы нет? Вы видите, моя жена, не участвуя, по сути дела, выиграла. Вот. Аракис, хочу протестить, прокачать Инферно Ветра. На складе полно завалялось родичей на 6 звезд. Речи быть пока не может. Так вот, такой сетап рун ты бы выбрал в лейте. Руны не проблемы, нужна сборка как под саппорта. Инферно Ветра. Я вспоминаю, какие у него бафы, я вообще не помню, и дебафы, и вообще его скиллы. Честно, я не помню. Лучше задай мне этот вопрос в личку ВКонтакте, я просто не помню, это нужно смотреть. Такие персонажи малоюзабельные, я сразу же забываю про их скиллы, и я не могу помнить всех скиллов в этой игре. Так что уж извините. Со свитков кошка света упала. Сразу скормить? Да, абсолютный кусок говна, бесполезный. Аракис, стоит ли качать ниндзю воды или только для Гекса? Разве что для лидерки. Если тебе нужна лидерка какая-то для водяных твоих монстров, почему бы и нет? Да, можно прокачать. А так, ну, на самом деле, вижу я его редко. Что в атаке, что в защите. Он редко юзабелен, поэтому, да, скорее всего, либо корм, либо в Гекс. Аракис, ты же ведь делал рандомный гайд на фей. А почему ты про королеву фей, то бишь Френ, ничего не сказал? Ну, это немножко другой персонаж, все-таки королева фей. Я не, разве ничего не сказал? Ну, возможно, я не знаю. Может, я ее просто забыл. Так, 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 едем дальше.
Из суккубов есть стоящие? Да, это свет. Свет абсолютный топ из них. Я бы не отказался. Свет реально крутой. Я думаю, тут мало кто на Азии играет. Да знаешь, нет, меня в прошлый раз удивили. На Азии, оказывается, меня смотрит, ну, человек 15-20. Это уж точно было, наверное. Да, так что не так уж и мало. В первые стримы, да, меня там 1-2 человека смотрело. А с каждым разом все больше и больше. Так, со свитком ЛД выпал викинг. Да, полная фигня. Сколько сейчас в чате? Около 120... Ну, наверное, человек 103. Но не все же зарегистрированы, поэтому не все учитываются в чате. Мне показывают, что сейчас, по-моему, 140 человек нас смотрит. Насколько я вижу. Сколько? 134 человека, жена подсказывает, что нас сейчас смотрит, да. И сейчас, народ, давайте вот эта гидра и еще одна. Да, вот я сейчас напишу. То есть две последние гидры и на ГВ. Так, так. Сейчас я отписал. Народ, спасибо, да, я вот достаю телефон. Огромное спасибо всем, кто мне помогает, всем, кто скидывает свои деньги. Огромное вам спасибо, народ. Любой копейки, вы знаете, я рад. Огромное вам спасибо. Всем вам любви и здоровья, да. Огромное вам спасибо за помощь. Огромное. Блин, народ. Народ, я вам прямо вот сейчас вот покажу это. Если вы это увидите, я не знаю, как здесь или здесь, 32 сообщения. Ну, народ, если вы прямо сейчас смотрите мой стрим, ну, я вам отвечу не раньше, наверное, чем даже завтра. Что ты делаешь? Котик. Котик тоже захотел стрим. Да. Ай-яй-яй, ох уж этот нос. Так, 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 134, нет, 182, это вы много написали. Русалка света, топчик или не очень? Какие руины? Она такая средняя между топом. Топ это огонь и тьма, а она что-то среднее между ними, но стоит внимания. Руны Виолент плюс ответ, это самое лучшее. Перед ГВ не забудь праху призвать, да, попытаюсь. Хочу котика, а он рыжий. Ну, такие все дела. Сейчас буду призывать своего первого ифрита. Надеюсь на ветра и воды. Пожелайте мне удачи. Давай, давай, расскажи, что выбил. Аллергия на шерсть? Да, на кота у меня. Лично на вот этого. Сволочь у меня. Аллергия. За... И убери его, пожалуйста. Блин, я сижу нос чешу, а ты мне кота в лицо тычешь. Ну серьезно, ну что за хрень? Ты увидишь, ты только завтра уедешь, он будет на кухне жить. Да. До свидания, котик. Ну вот, 10 человек написало, выкидывай нафиг кота. Я не приеду обратно. Мне котик показал палец, да? Да, котик балдеет. Ракис выпала часун, праха, Зайрос и Катька. Скормил их на Рине на 6 звезд. Нормально? Да. Я бы честно так же бы сделал. Праха вообще нафиг мне не нужна. Кунг-фу, Баба Света. Как первый персонаж 6 звезд достойна? Нет, она вообще не достойна 6 звезд. Абсолютно не достойна. Только тьма из них достойна 6 звезд. Потому что все из них остальные, они рандомные. Очень рандомные. Да, в Виоленте и контратаке любой из этих стихийных персонажей может выдать. Ой-ой-ой, как больно. Ну, народ, если вы топите за рандом и надеетесь только на проки Виолента, контратаки, ну, удачи вам. Можете их прокачать. А я надеюсь все-таки больше на статическое какое-то число, бафы, дебафы, то есть прямую атаку, то есть какой-то стабильный урон, а не на то, прокнет или не прокнет. Да, я не люблю таких монстров. Поэтому я рассматривал бы только тьму за счет того, что она выносит, кидает 5 атак, и каждая из атак имеет 25% шанс проигнорить, игнорить, да, защиту. Поэтому это круто. Рибли стоит качать или корм Люшену? Рибли это тьма. Нет, это топовый бомбер. Ни в коем случае не скармливай. Это реально топовый бомбер в игре. Не считая там Сиары и все такое. То есть Сиара немножко другим занимается, да. Она такая бомбер-полусаппорт. Потому что под нее нужен желательно еще один бомбер. Так, последняя гидра, народ. И идем на ГВшку. Так, так, так. Я готов. Аракис, ты аккаунты будешь смотреть на Европе сегодня? Да. Да, да, и вы знаете, когда я это делаю. Всегда после второго ГВ. Куда русалка огня зайдет и какие руны для начала? Зайдет она, в принципе, даже в данже
Какие руны? Виолент плюс ответ. Да, либо скорость плюс, не знаю, фокус можно надеть, да. Так, народ, одну секундочку, я сейчас, да, отойду носик попудрить. Так, я тут. Опа. Какие руны? Защита. Не самые лучшие руны. Так, идем на ГВшку. Так, народ, во-первых, спасибо Артему и Паше. Сейчас я это в любом случае напишу. Потому что... Так. Так, спасибо. Так, идем. Блин, музончик вообще, да. Аракис, ты коксом носик пудришь, да? Да. Так, блин. Вышел на улицу, там так холодно. Оу, началась. Мы воюем сегодня против Нянко.
Че думаешь, это русская гильдия? Кто-кто-кто? Иксус Чун... Хотя нет. Мы воюем против Нянка, потому что это китайцы. Да. Поэтому мы воюем против них, скорее всего. Так, едем дальше, дальше, дальше. Давайте начнем голосование с плюс один. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так посмотрю, сливная, что ли? Война. Итак, это будет цифра один, народ. Нет, это не будет цифрой 2. Если вообще будет цифра 2, по-моему, один вариант у меня. Да, народ, будет один вариант, и бьем мы цифру 1, не поверите. Ну, потому что сливных, наверное, неинтересно будет бить, хотя я бы... Если бы я не снимал никакое видео, я бы просто сливных бы поубивал бы, да и все. Так, первый вариант. Скорость. Первая пачка реально и очень скоростная. Обогнать ее... Не знаю, смогу ли я. Хотя, мы возьмем контрстихию. И давайте. Хотя, блин, вот здесь 30% у меня меньше все-таки, как ни крути. Ага. Что если мы возьмем вот так вот? Я просто думаю о том, что решит ли нам один Барретта весь исход боя. Вот такой вот пати у меня еще ни разу не было. И многие могут посмеяться сейчас, но я возьму вот такую пати. А во второй пати мы возьмем, давайте, народ, знаете кого? Часунку мы сегодня не юзали, да? Возьмем так-так и возьмем часунку. Часунка поможет выжить вот этим двум друзьям, которых будет избивать вот этот вот синий друг. Голубой. Педик. Так, поехали. Участник гильдии атакует. Кто посмел? Ай-яй-яй. Так-так-так-так. Оу! О, еще и мой Бернард оказался быстрее. Чудненько вообще. Так, нужен ли нам... давайте накинем, почему бы и нет. Да, и сейчас Барретта сделает свое грязное, вонючее дело. Три стана. Собака такая, нет. Один стан. Ай-яй. Ого! В принципе, по... Ну, такое, короче, вы поняли. Давайте его и убьем, наверное. Блин, не прошел на него раскол. Это не есть хорошо. Так, давайте его за это вот. Вы знаете, мой Бернард не самый толстый, у него там 15 тысяч хп, по-моему, но зато 1500... Ага, он в Деспайре. В Деспайре. Так, нужно подхилить срочно нашего друга и добить этого. Отлично, стан. Следовательно, он явно не в Виоленте, если у него Деспайр. Ой-ой-ой-ой, 6 дотов, это... Ты что творишь такое, паскуда тварь? Я думаю, все-таки Бернарда нам... Наверное, потеряем мы, блин, нашего Берника. Давайте накинем раскол. Отлично. Не убивай, пожалуйста. Оу, на 800. Подхил. И Феникса. До свидания, Орочик, наверное. Да, Орочик, действительно, до свидания, пока. Мы рады были тебя видеть. И добиваем Бернардика. Комовца закрылась. Да-да-да. Не, Бер не должен жить, он хороший, он... Петушара еще та, поэтому он должен жить. Он должен. Он должен жить. Так, а здесь, здесь, здесь. А, первого вы знаете, я не люблю шоколадного, поэтому гасить мы будем его. Он нам больше всего помешает за счет своей пассивки, будет снимать и так, и так, и так. Народ, вот сейчас смотрите. Вариантов два. Либо я похожу ифритом и добью эту скотину, если я критану. И особенно, если прокнет Виолент. Но, так как Виолент уже прокнул один раз, на третий раз я надеяться не буду. То есть я не хочу надеяться на этих там 15 или сколько процентов, даже 12, по-моему. Следовательно, сейчас, по логике вещей, лучше ударить либо Белку, либо Чоу. То есть тоже ему заблокировать пассивку. Я вот думаю, что лучше сделать. Да, я думаю, я правильно сделаю, потому что Белка сейчас... Белка, сука, все равно подхилила. У него же было больше... 50% хп, что за бред? Ладно, я не догнал всей этой системы, может я где-то ошибся, но я рассчитывал на то, что Белка сейчас подхиливать не будет. Ну ладно, Белка уже подхилила, поэтому от Белки уже толку никакого. Ай-яй-яй. Так, и... Да, добьем Белку. Давайте пассивку заблочим. Ай-яй-яй. Не... Ух ты что, 10 тысяч? Солидно, народ, а? Реально, неплохо. 10 тысяч, неплохо, неплохо. Без всяких там бафов, без всяких там расколов. То есть 10 тысяч, а под бафом плюс раскол. Это все 25 тысяч, я думаю, влетели бы.
Неплохо, я ставлю лайк на этому человеку. Отличненько. И давайте бафнем, раз уж такое дело. И добьем вот эту собаку-скотину. Так, один дот висит. Писелюшечка хп. Да, он должен сдохнуть. По-любому должен сдохнуть. И насколько я прав? Отлично. Так, так, так. И нет, нам не нужен баф. И, ну, чоу такое, да. В принципе, я вообще не люблю этого персонажа, вы знаете. Но этот меня реально удивил. Дамага неплохая. Вот видите, сейчас он не кританул, никакой дамаги не выдал. То есть для чего нужны условия? А эти условия создавать нужно топовыми рунами. А топовые руны вы сможете одеть на чуть бы не любого другого персонажа. Вот как-то так. Так, 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 так. О, видите, да, как гильдия просела сразу. Так, 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 выбираем плюс 2. Сейчас посмотрим, что у нас интересного, если плюс 2 есть. Так, нет, это, наверное, не вариант. По-моему, тут все сливные. Так, это будет первый вариант, народ. Едем дальше. Коллизия. Это будет цифра 2. Так, едем дальше. Это будет цифра... Ну да, закатит, я думаю, 3. 3, 3, 3, вот 3, по 3. Да. Я же говорю, мне уже нужна девушка, которая сзади будет выходить там с номерком там циферки. Хе-хе, в купальнике. Ах, нет, народ, не будет такой девушки, честно. Ну, в общем, вы поняли. 1, 2, либо 3, голосуем. Мишку целуй, блин. Так, 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 голосуем, голосуем активнее, народ, давайте голосуем. Жена уже дала люлей, кинула в меня чем-то. Хорошо, хоть не втыкнулась в спину, а то там, по-моему, ножницы были. Один, да? Все голосуют за один. Я вижу один. То есть какой-то спящий мужчинка в очках. Или что это он там делает? Ладно, разбудим его сейчас. 13. Ой, ой, не этот, не этот, не этот. Ага, я так понимаю, вот это вы хотите, чтобы я побил. Один. Хорошо. Итак, первого кого мы будем бить? Вторая пати меня смущает своей, назовем так, скоростью. И я, наверное, буду неправ, если буду атаковать через Вальку. Потому что вот эта сволочь, вы знаете, может конкретно все помешать и забакопорить. Как вариант, поставить вот, вот так вот и сделать его лидером. Следовательно, чтобы хоть кто-то из моих персонажей походил быстрее, чем его пачка. Хотя вот... Одна белка может очень хорошо решить исход боя. Почему? Потому что она подхилит и начнется вновь эта вся канителька. А в первой пати, естественно, мы повоюем через нашу обычную пати, то есть русский стандарт. И лучшим вариантом будет убить Чесунку и дать течку Вифрита. Да, это будет просто самый крутой вариант. Ифрита, в смысле, Веромоса. Потому что их-то там два. Ну, я думаю, да, поехали. Так, так, так. Ты королеве фей ничего не скажешь, так как в свете ты смотришь по огню, но... Если вопрос мне, народ, я не буду ничего по этой королеве фей говорить. Она, у нее два подхила. Что они вообще рассказывают? Серьезно. Что они рассказывают об этой королеве фей? Два подхила, класс, корм, все. Не стоит 6 звезд, не стоит ничего. Вначале класс, потом кусок говна. Королева фей ничего не стоит, вот и все. Так, 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 едем дальше. Ага, так, ну, идеальный вариант свой я уже рассказал. Плохо, конечно, что щит... Ой, щит слабенький, наверное, от Ифрита, скорее всего, вряд ли от Часунки. Так, 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 и целимся в белку. Ой, белку, какую белку. Давай, еще одну тычку. Ну, добей хоть кого-то, сволочь ты такая. Так, 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 так. Сейчас знаете, какой будет, в принципе, неплохой вариант? Если мы ударим Ифрита, она, скорее всего, сбалансит свое ХП с Ифритом. Следовательно, Атакбар она до конца не поднимет. Если мы ударим ее, она может всех подхилить. То есть это моя теория просто, я ее оглашаю. Давайте проверим, насколько я прав. И сейчас... Блин, моя Валька не походит быстрее, и это есть плохо. Да. Это есть очень плохо, потому что сейчас будет опять подхил. Ну что ж такое? Добить нам надо по-любому Ифритушку, Ифрита. Так, так, так. Ай, не бей. Ну бей кого угодно. Ну чё ты к ней пристал? 4 косаря крит. Твою же тить. Сейчас мы еще и проиграем. Ага, ага.
Так, так, так. На кого? Давайте с него снимем. Не сняли. Это не есть хорошо. И сейчас Валька. Отлично. Ударь часунку. Красота подхилилась. Ай-яй-яй, Гланс. Ну что ж ты такое творишь-то, скотина такая. Ну, баф на защиту, это уже хорошо. Ага. Блин, Ифрит реально мешает. И, блин, еще и крита не было. Но по-любому нужно кидать. По-любому нужно кидать бафчик, потому что можем мы не пережить все это дело. Подхиливаемся. И Валька, давай, только не в Гланс. Отлично, красота. О, вообще супер. Так, Тристана, ну давай, давай. Давай, не зря же ты с Волота премиум свой жрешь. По-моему, сегодня мы уже против такой пати дрались, да? Я, по-моему, на ней вылетел или что-то такое. Ну точно, мы против такой пати уже сегодня дрались. Ай-яй-яй. Так, по дамаге не сильно, хорошо. Вот, белка подхилила, сволочь. Только не... Так, 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 сейчас что нужно сделать? Пассивка у нее выключена. Следовательно, лучшим вариантом, да, будет понизить атак бар. Отлично, отлично. Сейчас есть вариант убить Хву. И да, да, премиум работает, работает мой премиум. Красотуля просто. И добиваем, естественно, нашего этого друга. Так, так, так. Добиваем. Он пока молится, вы видите. И белка, естественно, уже ничего не сделает. Да, вы видите, народ, скорость опять же решила. Хотя у меня не самая скоростная пачка, но более-менее состав пати у него хороший. Ну, вот чего-то ему не хватает. Никакого премиума, это я прикалываюсь так. Просто я премиум купил, и у меня Виолент работает шансом 98%. Ни больше, ни меньше. О, песенка такая. Надо еще больше музыки добавить. Итак, едем дальше. Выбираем плюс 3. Плюс 3, почему-то мне кажется, это одна из самых популярных аватарок в игре. Мне так кажется. Может, она там какая-то рандомная. Так, это будет цифра 1. Едем дальше. Это будет цифра 2. И здесь вы видите, да, пати не самые слабые. Нет, это не будет цифрой 3. Сейчас чувствую, нас разваляют где-то. Это будет цифра 3. Так, едем дальше. Это будет цифра 4, народ. Выбираем, голосуем. 1, 2, 3, 4. Да, и свиток я открою после этого. Свиток я открою. Давайте, народ, голосуем. Так, 2, 1, 2, 2. Так, 2, 1, 2, 2. Так, 2, 3, 2, 4. Так, пока я вижу, лидирует двойка и тройка, да? Тройка, двойка, тройка. Опа, еще третьего разбомбили. Тройка, четверка. Кто еще? Так. Тройка, тройка. Марья тоже за тройку проголосовала. Двойка. Я так понимаю, мы будем бить либо двойку, либо тройку. Сейчас еще пару человек напишут. Так, сейчас посмотрим просто. Вы видите, третьего разбомбили сильно. Ну... А, не этот. Вот этого Херо, да? Вы хотите, чтобы я побил его? Четверка. Хорошо, точнее, это тройка будет. Ладно, едем. Так, второе пати. Сюда я возьму по-любому, наверное, вот так вот. И будем, знаете, на что надеяться? На что надеяться? На то, что моей Меган сработает Виолент, прокнет на Виолент, и она накинет на вот это чудовище синее, то есть на Тессариона. Теомарса, прошу прощения. На Теомарса закинет свой второй скилл, то есть Бенедикт. И, следовательно, его не смогут бафнуть и желательно его ваншотнуть. Первая пати. Первая пати достаточно скоростная за счет вот этого друга. И я так понимаю, я, наверное, оставлю. Мне понравилась вот эта вот пати. Да, я его оставлю, почему бы и нет. Ну, давайте пробуем. Просто я так считаю, что будет лучше. Раскол массовый, если он, конечно, прокнет. Либо Меган, у которой закатит, либо не закатит вот этот ее второй скилл. Нет, наверное, давайте так. Песенки закончились, сейчас мы включим, не волнуйтесь. Я думаю, все-таки пират. Что вы скажете? Пират либо Меган, народ, пират либо Меган. Что вы скажете? Так. Пират, раскол массовый.
Что еще скажете? Пират, 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 либо Меган. Пират, либо Меган. То, что стоит пират, это я так все-таки... Я больше за пирата, просто на пирата склоняюсь, как бы это еще не звучало, потому что есть арх, он априори свой жирный, и явно мы его с одного крита не жахнем. Пират, пират. Мы там поздоровались. Привет, да, кто там? Привет, привет. Ноусмок, привет, Ноусмок. Не кури, да, Дота 2. Играй в Доту 2. Стрим 18+. Да-да-да. Так, я вижу, голосует больше за пирата, да? Хорошо, сыграем с пиратом. Я надеюсь, я не ошибся, но опять же, я этого не узнаю, потому что угадать, прокнет ли у Меган Виолент или нет, никогда я не смогу, поэтому опа. Ну, в принципе, для меня хороший вариант, но пачка у них, захлазитесь, более-менее скоростная. У них у всех скорости больше 180, больше 180. А это неплохо, тем более вы видите, меня сейчас спасла, по сути дела, только лидерка. Блин, ну что ж ты такое, скотина, творишь? Ага. Давайте... давать ли ему турбулентность или нет. Вы знаете, он у меня одет Деспайр, логично, что со второго скилла можно еще и застанить. А сейчас мы лишь сольем ему атакбар. Давайте, наверное, оставим, да, скилл. Оставим скилл, и вы видите, не прокнул Виолент, поэтому есть шанс убить нашего шоколадного. Итак, крит, критушка. Отлично, и сейчас я подсчитаю для себя. Да, негр... То есть, что я такое говорю в эфире? Шоколадный умрет от дотов, стабильно, потому что, вы видите, белка чуть-чуть медленнее. Следующая походит белка. Следовательно, давайте белки сольем атакбар. И будем ее добивать, наверное. Хотя нет, нужно этого друга заглушить по пассивке. Отлично. И давай, стан, стан. Ну, что ж ты творишь, паскуда? Давай, 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 белку. Ну, склоняюсь на пирата. Дал. Прикольный смайлик. Так, и фениксов вам. Всем фениксы. Давайте, у всех по 4 дота. Уху, чудненько. Блин, они просто гниют от этих дотов. Вообще класс. Обожаю. Обожаю этого чувака. Блин, у него еще и прическа такая классная. Так, этот умрет от дотов стабильно. Этот тоже скончается от этих же дотов. Если он успеет походить. Негр, негр. Негр в эфире, да? Так, и что? Блин, вот сейчас будет хорошим вариантом, если ифритушка ифрит походит либо в Вальку, потому что на ней еще будет, скорее всего, висеть непобедимость, либо на... То есть, ну, вы понимаете, этот бафчик, либо в Хлою. Надеюсь, он не походит по пирату и не жахнет его с Виолента. Блин, два раскола. Ну... И давай Виолент еще для... Слава богу. Нет, да хватит, господи, хватит. Так, какой вариант нас сейчас устроит? Какой вариант нас устроит? Убить, естественно, нашего петушка и дать одну тычку в синего нашего друга, голубого, второго его собрата. Жили у бабуси два веселых гуси, оба голубые, вы помните. Так, ну давай, убиваем петуха. Две тычки ему. И сюда влево одну. Не хватает картинки джекпота, реально, ну просто победа, надо за это выпить. Вообще класс. Красотушечка. Просто... А, да-да-да, у него же сейчас... Давайте понизим атакбар и добьет... Ну ладно, пофиг. Рионик. Так, и сейчас делаем... Нет, даблкил не получится, хотя... Давай, даблкил. Красота. Вот. Вообще, блин, именно Валька, ну, must have это. Отыграла на все 250 своих баллов. Да, на нее надо купить еще премиум. Сейчас, сейчас. Что мы купим? Часть купим на ифритушку, давайте. Да, скоро я буду вызывать ифрита. Вы знаете, я уже дособирал все части на вот эту подругу. То есть больше их покупать не буду. Теперь, я думаю, за недельку, за две какие-то я соберу ифрита и вызову. Надеюсь, я и мечтаю о воде. Хотя ветер, наверное, мне сейчас был бы даже более полезен, если честно. Сейчас мы откроем свиток. Аракис, как вы относитесь к неграм? Аракис, как вы Да, я к ним не отношусь, народ. Это самое главное, да, я как бы... Тут что бы я ни ответил, будет троллинг. Поэтому, народ, неважно, какой цвет у человека... Какого цвета у человека кожа, главное, чтобы белая, да? Главное, чтобы не тёмный. Так, открываю свиток, открываю свиток. Я шучу, народ, вы знаете, я не расюха какой-то проклятый. Это все шуточки и Привет! Приколы. Так, давайте спрячем каких-то монстриков, какие нам не нужны.
И сейчас, народ, Европа, готовьтесь, скоро будем заходить к вам. Так, что мы спрячем? Давайте вот этого друга. Знаете, мне нужно одно там, по-моему, одно место всего лишь. Ладно, спрячем пока их. Ну, и вызываем свиток. Праха, праха. Праха. Давай. Сука такая. Нет, не праха. Акула огня. Ну, давайте рассмотрим ее скиллы, да. Первый скилл. Нанесет шанс крита, понятно, да. Второй скилл наносит урон всем врагам. Понятно. Третий скилл атакует врага 3 раза. Каждая атака имеет 70% шанс уменьшить защиту врага на 2 хода. Класс, абсолютный шлаг. Итак, народ, Европа, готовимся. Сейчас будем заходить к вам. Будем заходить к вам. Я вроде бы ничего не забыл, что я хотел. Вроде бы все. Все, что я хотел. Заходим на Европу. Он топ для хард Тоа. Кто? Ладно. Заходим на Европку и заходим на наш любимый канал 9889. Ой, песенка вообще такая расслабляющая. Я звоню домой, звоню домой. Да, Раха не пришла. Облом. Блин, когда мне праха... Если мне праха выпадет на стриме... Ой, я не знаю, надо что-то придумать, чтобы я что-то сделал, да? Если выпадет праха на стриме. О, энергия, класс. Так, переходим, народ. 8-9. Ой, не то я нажал. И начнем, народ. Да, сразу же скажу. Первое, я... Поначалу, если останется время, да, возможно, но я не буду просматривать какие-то топовые аккаунты, у которого там 2-3 рубина и тому подобное. Возможно, в конце, так скажем, похвастаться, да, мне самому интересно, самому честно интересно. Но для начала я рассмотрю все-таки новеньких. И когда я просмотрел человека, я нажимаю заблокировать. Почему? Для того, чтобы этот человек еще раз не попал в мой обзор. Блок не навсегда, вы знаете, когда я перезайду в игру, блок спадет. Так, не, вот я обещал Вот, Нюнян, сейчас, где он? Я ему обещал ВКонтакте просто сейчас. Вот, честно, обещал ему посмотреть его. Поэтому, какие бы у него мобы не были, он, человек очень просил ВКонтакте. Очень просил. Так, ну, он достоин для просмотра. Итак, едем дальше. Обезьяна. Хорошая макака в плане шанса крита и крит урона. Но я бы поднял больше шанс, если у тебя нет лидерки. Хорошая на шанс крита, либо бафа. Почему? Потому что ты знаешь, что ему с третьего скилла, и вы все знаете, ему нужно критануть желательно хотя бы 3 раза. И у него откатится скилл, у него там баф, ну все дела вот эти, вы знаете. Это вы уже сами сможете почитать. Но скажу так, макака его выдает неплохую дамагу при вот этих вот суммарных параметрах. Какие руны? Угу. Тем более есть еще куда расти. Вот сюда 6-звездочную руну, сюда 6-звездочную. Ну, вы понимаете. Макака у него оказалась неплохая. Ну, вы знаете, я все-таки водяную не особо люблю. Лично мне она меньше всего бы нужна была. Я не говорю, что это корм. Хва. Хва такая более саппортящая из-за того, что 100 точности. Потому что кто-то делает 100% шанса крита и там точности под 40-50. Кто-то наоборот. Мне нравится больше второй вариант. Саппортящий хвы. Лично я бы вот за вот эти статы... Не знаю, отдал бы, наверное, свою Петти, как всегда. Единственное, то, что она, естественно, еще, ну, в плохом, назовем так, сете. Это сет Свифта. Тем более, есть куда еще по скорости расти, вы видите. Предел 42, а сейчас 23. Поэтому не самая, естественно, быстрая хва в Свифте. То есть, в Свифте часто хва попадается там с 200-220 скорости. А идеальный сет на нее, вы знаете, это... Что и на нем можно одеть, кстати. Контратаку часто одевают. И Виолент. Виолент это логично. Но Виолент должен быть очень хорошим. Там Акасис. Очень тонкая Акасис. Честно, плохая Акасис. Деспайр. Желательно одеть фокус. И силу атаки это не атакующий монстр. Это саппорт. Силу атаки смени на точность, либо ХП. Также точность, либо ХП. Скорость оставь. Тут ничего такого. Все хорошо. То есть это саппорт. Тем более третий скилл. И, кстати, рандомный гайд на них же, на всех этих сильфидов, вы можете посмотреть у меня на канале. Что еще скажу по поводу Акасис. Чем больше у нее ХП, тем лучше работает ее щит. Ну, тем больше дает бонуса. Белка. Очень медленная белка. Делай скорости хотя бы плюс 40, плюс 50. Очень медленная белка. Дальше. Веромос. В принципе, более-менее неплохой.
Что тут у нас здоровье? Хорошо. Хлоя. Медленная Хлоя еще, но есть куда разгоняться, я так понимаю. Баретта. Быстрый Баретта. Мало ХП. Мало ХП. Я так понимаю, здесь стойкость нет. Ну, руну, я так понимаю, у тебя, наверное, просто нет другой. Но лучше, естественно, сменить на ХП. Здесь сила атаки также поменяй на ХП. То есть Баретта все-таки не дэмэдж дилер, а более саппортящий такой персонаж, который является и контролем за счет второго и третьего скилла, если он Деспайре одет, а он должен быть одет Деспайре. Плюс доты наносят больше, чем если... Лучше, чтобы твои доты... Как бы это объяснить? Лучше, чтобы он дольше жил и больше накидал дотов, потому что лучше Баретта, у которого 30 тысяч ХП, чем Баретта, у которого 15 тысяч ХП, но зато там атаки чуть больше. Вот, как-то так, я думаю, вы поймете, о чем я. Ведро. 100% шанса крита нужно, потому что... Вот, а вот это сейчас моя тоже вторая, наверное, или третья мечта. Я бы не отказался от этой обезьяны. Чисто для Гидры мне заедет на ура. Он мне нужен сугубо для Гидры, потому что где-то еще юзать я его... Ну, не то, что вряд ли буду, он тоже полезен, естественно, везде закатит. Особенно там на арене, на ГВ, на Гидре. Для Гидры вообще топчик. Мое мнение. А так неплохо будет. Так, советую прокачать Бернарда. Шеннон, нужна тебе или нет? Да, советую также прокачать. Все-таки закатит неплохо. Эшир требует рун. Жултан менее требователен. Жултана можно прокачать. Хотя, да, я думаю, можно прокачать. Едем дальше. Блин, да что с этим носом, народ? Не обращайте внимания. Так, блокируем. Едем дальше. Так, так, так. Ух, сколько же людей. Так. Посетим, посетим. Народ, если у вас десяток шестизвездочных монстров, я сразу выхожу, но вы понимаете. То есть я могу вас посмотреть, но в конце. Все-таки приоритет это новички. То есть вот такой вот персонаж, да, он стоит внимания, естественно. У него там не убер перекачанный какой-то и тому подобное. Люшен. Люшен, хорошо. Люшен вроде бы как неплохой для его уровня развития, неплохой Люшен. Рок. Если ты фармишь роком, то атаки очень мало. Атаки очень мало, и тебе не хватит для харда. Для нормала, да, я думаю, хватит. Меня Шуша заложила. Каз. Каз, я так понимаю, без рун, понятно. Кого тебе стоит сейчас прокачать? Белку апнуть. Меган сугубо для арены. Вот, либо Веромоса, либо Белку. Я, наверное, ставлю все-таки за Веромоса первого. Да, и сделаем больше ХП и скорости. Веромоса первого, второго, наверное, Белку. Кого тебе еще можно перевести? Бернарда, Шеннон, то есть это идеальный, ну, кто видел мои видео и кто следует этому примеру, они понимают, о чем я говорю. Ахман, также неплохо заедет, тем более он у тебя уже при 100% шанса крите, и на 6 звезд тебе уже есть смысл его действительно переводить. Я так понимаю, 3 комплекта, 2 комплекта, ну и тем более есть еще что ему точить. Сюда, естественно, нужно поменять на ХП. Так. Ну, все остальное понятно. О, у тебя есть вот этот хак. Давайте рассмотрим хорошо хага огня. И стоит ли он внимания? Первый скилл, кстати, тоже работает при контратаке, если будет сет контратаки одет. Повышает... определенно... И повышает индикатор. То есть, понимаете, с наименьшим атакбаром повышает его атакбар своего же союзника. Второй скилл, проворство кролика. Пополняет индикатор атаки. Об этом скилле я уже говорил. То есть, полностью до фула поднимает атаку. То есть, атакбар, следовательно, дает ход своему союзнику. Блин, я только сейчас заметил. Народ, посмотрите на его глаза. У него глаза звездочки. Глаза звездочки, реально. Прикольно. Маленькая калибри, пассивка. Здесь, народ, не смотрите на вот это вот уровень 2, восстановление, это пофиксят, и если кто читал обновление, это пофиксится. Вот, то есть не будет вот этого вот плюс 1%, что-то такое. При каждом ходе снимает до 2, то есть это такое части Веромос, но то, что он снимает самого побитого монстра, вот эти вот дебафы, и его еще и подхиливает, это как бы хорошо, но не всегда на побитом монстре будут какие-то дебафы. Как бы, то есть, тут нужно смотреть уже и юзать его, если он вам действительно нужен. И вы смотрите, когда в команде много каких-то дебафов. В принципе, неплохо. Виоленти себя, я думаю, покажет во всей красе, потому что будет, во-первых, ходить с первого скилла, пополнять постоянно атакбар, вторым скиллом будет пополнять. Вот, как я и говорил, да, каждые 3 хода. Это реально круто. Плюс еще и баф на 2 хода на скорость. Это классно, да? Почему бы нет? Едем дальше. Ты предал белку. Так, 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 едем дальше. Так, Мон де Роуз. Вы видите, народ, я от фонаря клацаю, то есть без обид наперед. Я клацаю от фонаря. И кто попался в чате? Рок, хорошо, советую тебе его перевести на 6 звезд. Атаки тебе, я думаю, хватит в сумме.
когда ты его прокачаешь до 40 уровня. Зачем качается Рок либо Сад? Року проще скиллы прокачать Сад. И Рок два самых быстрых фармера в игре на автобое. Никто быстрее их не фармит, даже полярка воды. Но если у вас есть, естественно, полярка воды, вам Рок не нужен. Лучше вы там будете фармить на 5-10 секунд дольше, но с помощью полярки. Это логично. Да, Рок просто ускоряет процесс. И те, кто играют полгода, год, реально время уже решает. Так как хочется в игре провести не целые сутки, да, фармя там этот, а зайти на каких-то 5-10 минут, слить энергию, да, этим же Роком, плюс прокачать своих монстров. Это реально классно. Так, едем дальше. Рама. Жирный Рама, хороший Рама. И честно, вот у жены моей Рамы 4-звездочный, и на арене он уже творит чудеса. Она на него взяла сет вот этот вот 5-звездочных рун Energy. По-моему, на него она взяла, да. И она не прогадала, да, он затаскивает много боев. Белку советую тоже апнуть. Канами, замена Веромосу, если ты не планируешь в ближайшее время. На 5 звезд точно можно перевести. Дальше, Колин также стоит 5 звезд. Гор огня, это замена, вы знаете, кому? Это замена Хве. Отчасти замена Хве, потому что первый скилл снижает атак бар с каким-то шансом там. И насколько я помню, вот так. Сейчас. Атакует врага и поглощает. Вот, третий скилл снижает атак бар. И тут еще и баф у него еще идет полезный достаточно. Поэтому, в принципе, прикольный монстр. Так, ой, секундочку, я не то нажал. Едем дальше. Шеннон и Бернард. Также стоит 6 звезд. Маф тебе, наверное, не... Блин, да? Что с этим носом? Ой, извините, народ. Вроде бы нормально. Фу, дальше. Вот, у тебя есть Ангел Смерти. Но так как у тебя уже Рок прокачан, следовательно, тебе Сад пока что не нужен. Это такое дело. Дальше. Чё на фоне у него за эротика? Это не эротика, народ, это подарок мне. Это просто вымышленная девушка, нарисованная, несуществующая, назовем так, аниме. Заблокировать. Едем дальше. Аракис. Так, заходим к Фрику. Посетить. Очень живой чат сегодня, очень. Так. Ну, в принципе, да, достоин, чтобы посмотреть. Зря ты прокачал Фигара на 6 звезд, однозначно зря. Кто бы что о нем ни говорил, ну да, и руны я вижу соответствующие, зря ты апнул его. Честно, корм другим его собратьям. Даже Джо-Джо круче, чем этот Фигара, скажу так. Джун. Что тебе вообще стоит прокачать? Я так понимаю, ты с помощью Сигмы можешь фармить. И Сигма у тебя реально жирная, хорошая Сигма такая по атаке. С помощью нее, я так понимаю, ты тоже без проблем фармишь Вулкан. Следовательно, тебе, наверное, Рок и не особо нужен. Поэтому бери в упор в Бернарда, в Белку. Акасис также можно даже прокачать. То есть для ультрабыстрой пачки она очень хорошо заезжает. Также и Орочи неплохо на гиганте, но они требовательны к рунам. Поэтому не спеши с ними. Кого я у тебя еще не заметил? У тебя есть уже Ахман. Поэтому, в принципе, пачка у тебя почти готова. Тебе еще нужен тот, кто будет снимать какие-то дебафы. Следовательно, это либо Канами, либо делай Веромоса. Вот и все. А! Да, как будто занюхал. Идем дальше, здесь сиськи. Так, Пророк. Заходим на Пророка, заходим на Профита. Аракис, ответь, будет скайп или нет? Сегодня нет. Так. Монстры. Ариэль. Ариэлька, порошок Ариэль. Слабенькая Ариэль еще, хотя для 35 уровня, ну да, хп маловато. Хп маловато, защиты, наверное, нормально. Три сета защита, ну да, еще руны слабые, я понял. Народ. Вот честно, вот я вот сейчас покажу на примере этого человека, и надеюсь, ты меня сейчас слушаешь параллельно. Зачем точить 3-звездочную руну на плюс 10? Зачем? Незачем. Тупо, наверное, из-за того, что она у тебя сразу была, либо из-за того, что она у тебя была сразу типа самая офигенная, то есть оранжевая, да? Это плохая логика. Руна реально говно, ничего не стоит. Но ты потратил на нее кучу маны и точнул ее плюс 10. Абсолютный бред. Вот такие люди будут страдать и плакаться, что не хватает маны. Едем дальше. Тоже руна. Ничего не стоит, но ты ее также прокачал на 12. До 4-звездочной руны не всегда стоит прокачивать даже до 12. Про 3 звезды я молчу. Также, такая же фигня. Едем дальше. Абсолютно та же история. Еще и на 13. Блин, ты ее еще точнее на 15, и последний раз я заходил на твой аккаунт. Вообще абсолютный бред.
тоже плюс 13. Ты угробил, наверное, 1,2 миллиона, если не 3, на все эти руны, для того, чтобы точнуть их трехзвездочных на 15? Честно, ну, народ, это пример абсолютного бреда. Я так понимаю, у тебя, наверное, все такие персонажи и все так одеты. То же самое. Зачем? Ну, в общем, я пробегусь по персонажам, я даже руны не буду смотреть. Ты намек, я думаю, понял. Дальше. Либо Сата, либо Рока. Но Рок, я вижу, у тебя по дамаге сильнее. Прокачай на 6 звезд, и с помощью них ты сможешь прокачать всю остальную гапшу. Кого тебе качать дальше? Шеннон. И сменить руны, да. И не точить больше руны, и не плакаться, что нет маны. Шеннон, одеть Деспайрс и использовать ее для фарма. Неокристалл, агент Неокристалла воды. Тоже может закатить как хиллер и, в принципе, везде. Можно ее прокачать как второго саппорта и под хил. Но обязательно тоже и белку тоже, я думаю, брать. Обязательно, да? Ну, в общем, вы поняли, заговариваюсь. Белка также. Вот белка плюс агент Неокристалла вместе очень хорошо заедут. Будут снимать бафы, там все дела, подхиливать и накидывать щит. Бернард. Также тоже стоит его прокачать. Канамия. Если нет Веромоса и ты его не планируешь в ближайшее время, Канамия закатит. Вот, в принципе, у тебя уже и готовая пачка. Едем дальше. Бамбалей. Не, ну, народ, это серьезно. Это очень плохой пример того, как нужно качать руны. Поэтому пророк без обид, но это реально, это бред. Так, Валкер Рус, одна голда, прости. Не сейчас. Бандюэлька, я так понимаю, тоже. Давайте смотрим дальше. Prime Cup. Ну, в общем, я, наверное, буду заходить ко всем, а там смотрите, если что, выходить. Так, блин, нос не чешись, пожалуйста. Не знаю, какую мне молитву рассказать, прочитать, чтобы нос перестал чесаться. Так, вот, стоящий аккаунт для просмотра. Элюсия, на 6 звезд. Твою мать, у него праха даже есть. Боже, курит еще вся такая, дымок идет, прикольно. Не знаю, у нее даже вот не эвейкнутая, наверное, форма. Наверное, даже покруче будет, чем апнутая. Хотя, ну, кому как нравится. Мне так, вон, на лабутенах, вы поняли. Не знаю, что это за обувь. От фонаря сказал. Валькирия, блин, у тебя уже две первородки, офигеть. Да уж. Что скажу тебе в плане прокачки. Ты, если оденешь даже праху хорошо, то есть на нее закатит начальный сет, это Despair плюс фокус, ты даже с помощью прахи, я так понимаю, сможешь прокачивать корм. Но Рок это делает, конечно же, быстрее. Тут смотри сам или сама, что тебе больше нужно. Дальше едем. Таня, хороший ветреный ДД. Хороший ветреный ДД. Прокачки на 6 звезд стоит. Шеннон 6 звезд, Бернард 6 звезд, Ахман 6 звезд, Дарион, наверное, не спеши пока. Блин. Ох, у меня аж слезки выскочили. Подавился чем-то. Надеюсь, не шерстью этой скотины. Ай-яй-яй. Так. Беладеон, да. 6 звезд, естественно, стоит. Класс, у него уже и третья первородка. Это просто пипец. Леди из ада. Да, народ, вот везучий аккаунт. Я считаю ее одной из лучших. И честно, моя ветреная и водяная похуже выглядят, чем огненная. Вот я променял бы их двоих на одну ветреную. И ветреную я бы прокачал. Третий скилл реально полезен. Пройти всяких перн и тому подобное. Так, что еще у тебя интересного? Агента также можно качнуть. Ну, все остальное понятно, понятно, понятно. Тару. Я так понимаю, ты его уже используешь иногда, наверное. Ну, руны еще я вижу слабенькие. Тоже неплохой ДД в одну цель. Хорошая лидерка у Сильфа есть. Тоже можно прокачать для арены. Едем дальше. Так, так, так. Диджей, диджей, заходим, посещаем. Если у тебя еще и Зайрос есть, это вообще пипец. Надеюсь, это просто аватарка. Так. Угу. Так, 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 так. Что тебе качать? Ну, в принципе, для начала, да, можно и Анубиса апнуть на 5 звезд, на 6 не переводи. И даже Рыцаря Мага тоже на 5 звезд можно апнуть. Но я тебе советую упор сделать даже в того же Раму. Я так вижу, у тебя уже и руны на нем неплохие. Поэтому прокачай его на 4 звезды обязательно, да даже и на 5. Ты никогда не пожалеешь о том, что прокачаешь Раму и на 6 звезд. Едем дальше. Что у тебя еще интересного? Да, в принципе, по-моему, ничего. Птичку эту можешь, хотя нет, лучше уже вот эту птичку качай, да, она более стабильная и нужна будет тебе всегда и везде. Почти везде. Едем дальше. Так, что-то у нас песенки закончились. Так, 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 Ракис, глянь меня.
Народ, вы можете просто, наверное, плюсик в чат писать и не обязательно выписывать текст. Вы видите, я от фонаря захожу и нажимаю кнопку. Серьезно, можете не выписывать больших текстов, потому что я выбираю вот, вот на кого мышка кликнула. Поэтому просто не, себе проблем же не создавайте. Дагора, нет, не стоит прокачки, хотя, я так понимаю, ты им фармишь вулкан. Но это геморно, это долго, и уверяю, прокачай вот эту вот собаку, и она тебе даст больше толка в этом плане. Также можно сильфом фармить, кстати, если есть нормальные руны. Сильф тоже неплох, но его нужно эвейкнуть, желательно. Шеннон. Хорошо, Шеннон тоже следует прокачать. Ахман, Рамагос также стоит прокачки. Ниндзю я бы на твоем месте не спешил переводить. Кто еще? Ундина для Гекса, понятно. Канами, а также на 5 звезд можно перевести. Белка. У тебя есть белка, ее также качай. Бернард тоже 100% качай. Ангел смерти Света. Можно прокачать. Для начала даже на арене очень будет неплох за счет того, что станет третьим скиллом, насколько я помню. Да. Все ангелы мне нравятся, кроме ветра. Но ветер даже поначалу тоже неплохой ДД. Едем дальше. Так, заходим в Хашида. Хашида! Так. Анубис и Корм, все только годный свет. Да, я с этим соглашусь, но для начала, ну, мы же рассматриваем человека, у которого... Господи, Рина. Ну да, 100% стойкости. Ага. Ну, да, на 6 звезд не переводи, пожалуйста, не порти себе игру. Шеннон, 6 звезд стоит. Ахман также. Канами также. Я не вижу у тебя белки, желательно еще белку и... Бернарда, вот тебе и готовый пак. Сера, наверное, зря ты на нее насобирал, я, по-моему, уже твой аккаунт смотрел, по-моему. Калин, да, стоит прокачки на 5 звезд уж точно. Рок, ну, о Роке я уже говорил. Народ, я буду уже, давайте, наверное, сокращеннее буду все это дело вести, для того, чтобы быстрее просмотреть. Просто буду нажимать на персонажей, значит, они стоят своей прокачки, и вообще там в двух словах буду говорить. Лиса легенда для некроманта, ну и на арене, в принципе, тоже может иногда поначалу помочь. Кобальт также более для некроманта, но опять же в начале тоже неплохо заедет и... Да и в любых, наверное, данжах. Но все-таки это больше персонаж для некроманта, потому что в лейте вы его, скорее всего, будете использовать только там. Рама, естественно, стоит прокачки. Ундина также, Бернард также. Белка, так у тебя, в принципе, все есть. Все то, что я назвал. Русалка света, также хороший персонаж, но более лейтовый. Амазонка. Хороший в ДД в одну цель. И, блин, очень хороший ДД в одну цель. Да, поэтому стоит прокачки. Едем дальше. Так, заблокировать. Так. На кого мы кликнули? Сэрэдж. Сейчас посмотрим, если у человека много монстров, то сразу выходим. Без обид. Так. Угу. Ну, по-быстрому можно пробежаться, я думаю. Галеон. Хорошо, неплохо. Хорошо, неплохо. Да, Теомарс. Больше крит урона, естественно, делая по атаке, неплохо. Но вот скорости, то, что вы знаете, я люблю Теомарсов более скоростных. Крит урон, сила атаки. Вот сюда, если у тебя попадется хорошая руна на 6-звездочную, особенно на скорость, меняй. И честно, ты даже только выиграешь в этом. Ага, Бердехайль. Быстрое ведро, скажу так, да. Реально, ты быстрое ведро собрал, и я, ну да, я был уверен, что он в свифт. Так, сейчас, народ, одну секунду. Сейчас я умою лицо, простите. Супрастин пусть загребает. По-моему, у меня есть ваш супрастин. А, нет, у меня диазолин. Да, кстати, уж извините, но я лучше выпью, да, таблеточку. Вот, кокосики прям в стриме.
Да, вот такие дела. Я, народ, еще раз прошу прощения, но, блин, это здоровье, это дела такие. Так, очень быстрый, в принципе, ведро, и честно, я бы не отказался бы от, наверное, такого. Это сколько у него? 217 скорости. Класс. Реально класс, он бустит всю твою пачку, я так понимаю. Прикольно. Люшен. Хороший по дамаге, хороший по... Ох, сейчас чихну. Так, Rage плюс Blade. Блин, очень хорошая руна, на самом деле. Ну как, не самый топ, но... Ох, извините, да. У меня штуршики упали. Ох, уж такие дела. Так, ты меня проигнорил, не знаю, народ, я не... Так, давайте... Извините. Да что же это такое, да? Ох уж. Так, едем дальше. Белодеон. Блин, я сейчас как начну чихать. Ох уж этот котяра, хоть стрим заканчивай, блин. Так, Белодеон, больше скорости, да, советую больше скорости. Ахман. Ахман хорошо, Ахман жирный, Ахман 100% крита, неплохо. Ой, спасибо, народ. Меган. Меган, Меган. 100 точности, советую даже ее на 6 апнуть. Ну что же это такое? Блин, ну еще такого не было. Кота на мороз пишет, зай. Не надо меня, да, целовать, а то еще ты сейчас заболеешь какой-то фигней. Вот, едем дальше. Барретту переводи на 6 звезд, да, очень хороший персонаж. Хвахи, чисто для некроманта. Ну, не думаю, что ты на арене будешь юзать. А! Так, Замир, блин, у тебя есть Замир. По-моему, раньше Джамиром звали, насколько я помню. Или всегда Замир у него был перевод. Честно, я не помню. Ой, 21 плюс. Ах, ох уж, ох. Честно, ладно, если б я болел, ну, там, простудой какое-то еще одно дело. Но здесь вот этот вот рандомный насморк, еще что-то, это реально раздражает. Замир, Замир. Я бы, наверное, сделал бы тебе ему побольше скорости, но не знаю. Это уже, я так понимаю, все в процессе. Руны не самые идеальные, да. Шеннон тоже советую апнуть. Если есть Хлоя, я не заметил. Хлои нет, по-моему. Поэтому Катарину, наверное, не нужно апать. То есть неким ее тебе ее пробустить на третий скилл, следовательно, накинуть на нее вот эту вот непобедимость. Едем дальше. А! Да уж. Так, так, смотрим, смотрим дальше. Вася 2002. Вася, заходим к Васе. Только на 4 зачекнул. Так, монстры. Смотрим твоих... О, глава пиратов. Это хорошо, когда, знаешь, вот такие вот пираты выпадают поначалу. Клара. Скажу так, 6 звезд она для тебя сейчас не стоит. Кого тебе стоит перевести на 6 звезд? Тебе неким фармить и фармить быстро. Поэтому, наверное, Клара тебе бы решила этот вопрос, но я бы тебе советовал все-таки прокачать Роака. Едем дальше. Кто стоит внимания? Естественно, ведьма больше для арены. Фаера нет. Это. Он, по-моему, нужен Гекс, я не помню. Ромагос. Ну, не с такими рунами, понятное дело, но внимание стоит. Белку прокачивай дальше. Внимание стоит. Шеннон также. По поводу Амазонки я говорил. Хороший персонаж. Хорошо ваншотит третьим скиллом. Так, дальше, дальше, дальше. Вот, у тебя есть Инугами, прокачивай его, это я тебе советую. Так, дальше смотрим. Ага, ты хочешь, чтобы я еще и классил? Так, едем дальше. Кто-то блоканул чат, я не блочил. Так, заблокировать здесь. Ага, дальше, дальше, дальше. Арматикс, заходим к Арматиксу или как там... Марьяна, чего скучаешь? Никто и внимания не уделяет, народ, ужас. Вы такие все плохие, но явно же не я, правильно? Эти руки ниоткуда, блокбастер такой. Так, Ромагос, Ромагос. Хороший Ромагос, блин. Это у него сколько там? 30 тысяч хп. Да, неплохой действительно Рама, тем более в вампирике. Одобряю. Да, точни на 12 будет же бонус. Тоже на 12 точнее. И здесь, ну да, на 15, наверное, не нужно. Возможно, и получше руна будет. Но рама неплохой у него. Действительно, жирная рама. Веромос. Больше скорости, больше хп. Тальк. Вы знаете, я их не особо люблю. Канамия. Канамия стоит прокачки как минимум в рунах. А, хотя у тебя есть Веромос. Нет, наверное, Канамия тебе сейчас не поможет. Кого тебе прокачать для данжей? Для данжей. Для данжей, я так понимаю, ты, наверное, еще и Ромагосом фармишь. И, в принципе, неплохой вариант. Не самый худший, но
Арок, либо сад, тем более сад у тебя вот, я так понимаю, ты уже и садом фармишь, сад фармить будет быстрее. Барретту на 6 звезд, Шеннон на 6 звезд, Бернарда 6 звезд, Белку на 6 звезд, Ахмана желательно. Желательно, либо Канами, смотри, кто тебе больше будет нужен. Хотя у тебя есть Веромос, опять же, повторюсь, едем дальше. Что это? Так, дальше. Так, дальше. ГХР... не буду обзывать тебя, просто зайду к тебе на аккаунт. Так, смотрим дальше. Монстры. Так, кого тебе на 6 звезд? Советую, опять же, Рока. Им фармить дальше. Раму пока можешь, наверное, оставить. Он у тебя реально хороший, жирный. Пока достаточно. Шеннон переводи, Ахмана, Белку. Вот, у тебя 4 монстра подряд, которых стоит прокачать на 6 звезд и фармить без проблем гиганта и отчасти даже дракона. Ну, там уже смотри по-другому. Вначале, естественно, все хотят фармить гиганта, и это, в принципе, правильный выбор, потому что на дракона нужна потяжелее пачка, и варианты и билды там уже достаточно разные. На него желателен иммунитет какой-то, а иммунитета я у тебя вижу нету. Точнее, не вижу, и его нету. Бернарда, кстати, тоже стоит прокачать. Ну да, иммунитета у тебя нет. Поэтому первую пачку собирай, конечно же, на гиганта. Едем дальше. Так, заблокировать. Едем дальше. Так. Печенька. Печенька, заходим к печеньке. О, неплохо. Так, сейчас, народ, я включу жене. Я параллельно, да, делаю 5 дел. Так, печенька. Мистер Печенька, Вердехаль, 6 звезд. Хорошо, но... Ох уж эта проблема, 99 шанс... Кстати, видите, да, шанс крита, красиво все сделали. Разработчики, лучи вам любви просто, ну красавцы. Серьезно, красавцы. Едем дальше. Каз, кого бы тебе прокачать? Офигеть, у него есть и полярка, и оракул. Обалдеть. Просто, блин, красота. Советую, да, тебе полярку одеть, фатал плюс блейд и фармить ею весь остальной корм. Да, раскачивать всех остальных монстров. Но у тебя, я вижу, нет нормальных более-менее саппортов. Оракул тоже стоит внимания, особенно... Вот, для дракона у тебя уже есть готовая пачка в плане оракула. Ну, не пачка, а то, что он тебе и бафы будет снимать с гиганта. И еще и там, что он еще будет делать? А, ну, естественно, за счет своей пассивки подхиливать. Это тоже реально рулит. Едем дальше. Калин стоит 6 звезд. Я вижу, они у тебя все без руны. Я не знаю, куда ты вообще деваешь и фармишь ли ты вообще руны. Не знаю. Вот, поэтому одевай вот этих персонажей, которые я говорил. Советую сделать еще белку. Советую сделать белку. Едем дальше. 2 первородки, капец. Офигеть. Так, едем дальше. Don't stop. Заходим в Don't stop. Там уже Заки, вижу, флудит. Нужно к Заку этому зайти. Нужно к Заку зайти. Так, Лью Мэй. Господи, так, а ну гляну ее третий скилл. Что она там делает? 4 раза поглотить. Господи, ох, аж это индикатор атаки. Если... Понятно. Но на деле на 6 звезд ее, честно, не переводи. Ты пожалеешь, серьезно. Ты ее юзать не будешь в лейте. Поэтому пока оставь на 6 звезд. Можешь качнуть Рока, как я уже и говорил неоднократно, не одну сотню тысяч раз. Канами, а также Шеннон. Ундина. Вот тебе уже, по сути дела, сколько там? Раз, два, три персонажа. Желательно еще Белку и кого-то типа Бернарда. Кого-то типа Бернарда, либо Дариона. Тоже неплохо закатит. И вот тебе готовая пачка. Смотрим дальше. Так, заблокировать. Так. Сейчас, может, этот Зиг попадется. А, что тут нос? Ладно, Зиг не попался, извини. Так, Валкер, подожди пока. Не смогу я к тебе зайти. Потому что с одной голдой явно не начинающие игроки. Так, и Карл. На 6 звезд явно не стоит раскачивать. Я вообще не знаю, зачем ты его раскачал. Монстр реально шлак. Так, качай либо сад. Нет, Ива 6 звезд не стоит. Я скоро сделаю рубрику фейковых дефов, которые реально не стоят вообще абсолютно внимания. Где человек, вот я скрины буду выкладывать,
и показывать, в чем человек не прав. То есть я не буду называть ники. Большинство этих людей даже далеко не русские, там, неважно, просто от фонаря набранные скриншоты. Вот, я буду рассказывать там, почему человек не прав в том, что он апнул вот этих монстров на 6 звезд. Сделаю я скоро эту рубрику, и у меня уже собралось скринов 10. Я, наверное, думаю, по 5 скринов я буду выкладывать. Видео будет на минут так 5-10. Думаю, это будет вам интересно. Рок. Естественно, стоит 6 звезд, потом белка. Зачем ты качнул Горга, не знаю, абсолютный шлак, отстой и... Короче, не знаю, зачем ты это делаешь. Реально, раскачал тех монстров, которые не нужны. Если тебе кто-то написал, что Горга крутой, почему-то я его не вижу у топов, поэтому Горга абсолютный корм. Всегда ориентируйтесь на каких-то топ-раскачанных игроков. Да, они могут раскачать и какой-то вот такой вот типа шлака, но... Костяк раскачивают, в принципе, все и всегда один и тот же. Всяких там белок раскачивают, бернардов там, вот пират воды. Это те монстры, которые будут юзабельны, ну, наверное, всегда. Пока их там, не знаю, как-то не пофиксят и что-то им там не уберут, не удалят. Едем дальше. Канами, естественно, стоит своих 6 звезд, хотя бы 5. Пират тоже для арены и, в принципе, в данжах неплохо заезжает. Но в данжах он менее полезен. Все-таки это более аренный и ГВшный персонаж. Как минимум у него лидерка крутая для ГВ. Бернард, Шеннон, Ахман. Три персонажа, качай. Обязательно. Колин или Калин также можно раскачать. Хороший саппорт, хороший подхил и баф на 3 хода на атаку. Блин, сколько же слов я говорю за стрим? Ай-яй-яй. Вот, я зашел наконец-то к Заку. Я его словил, серьезно, мне уже как-то неудобно. Может, кто-то еще и больше писал, чем он, но... Не знаю, просто... Твою же деть копать, знал бы, не заходил бы к тебе, и даже у тебя есть праха. Вот что я сделал не так, народ? Ну я не знаю, может я кому-то, не знаю, аккаунт заблокировал, не вызвал первородку, поэтому и мне оракул не падает. Да я шучу, конечно же, я могу и 2 года еще проиграть, и мне не выпадет этот оракул, но я бы очень хотел бы ее. Так, Мак Брауни. Не советую переводить пока на 6 звезд, потому что персонаж более лайтовый. Оракула, конечно же, стоит на 6 звезд переводить, даже первой. Она тебе сможет фармить вулкан не хуже Рока, но Рок просто фармит быстрее. Почему я советую качать Рока либо Сата? Просто для того, чтобы добыть вот эту вот скорость прокачки. Для того, чтобы не фармить каким-то там, я не знаю, водяным медведем по полчаса этот вулкан долбанный, а Роком сделать это за 5 минут. Полчаса и 5 минут. Разница же есть, правильно? В эти 25 минут можете, не знаю, уделить самому себе. Да, звучит это как-то, если вы мальчик, как-то пошло, да? Ладно, идем дальше. Суккуб Света также стоит прокачки на 6 звезд. Блин, посмотрите, что она делает. Ладно, на это можно смотреть вечно, вы понимаете, о чем я. Так. Ох уж, это пока жены нет рядом, да? Шеннон, 6 звезд. Прокачивать, естественно, можно и стоит. Ведьма для арены, едем дальше. Ну, такое, понятно, корм. Прокачай белку и полезных саппортов, о которых я уже говорил не раз. Так, едем дальше. Фут. Нога. С тремя. О. Аракис, зайдешь на Азию? Нет, не сегодня. На Азию я буду заходить раз в 2, раз в 3 стрима. Скорее всего, народ. На Азию я не буду заходить на каждом стриме. Потому что все-таки уже и время позднее. Поэтому я буду даже и скоро заканчивать, народ. Давайте еще аккаунтов 5-6. И я буду действительно заканчивать. Потому что время позднее. Да, мне завтра не на работу. Но мне еще нужно смонтировать одно видео. Да и спать лечь как бы. Еще ответить на вот этих 32 сообщения. Кстати, добавляйтесь, друзья, народ. На сообщения отвечу как смогу. 32 диалога. И треть копать. Там, наверное, уже и 40 все собралось. Диалога, это не только сообщения. Там могут быть по 10 вопросов. Ох, так, Соха, хорошо, Белка. Белка советую на 6 звезд, Барету тоже вот этих двух персонажей. Потому что Барета, вы знаете, не зря держит свою корону. Да, у него и одето вот это вот что-то типа короны. Вот, то есть он очень неплохо заедет в башне. Ну, это лидер башни и лучший персонаж для башни. Просто нет более юзабельного монстра для башни, чем Барета. Едем дальше. Канамия стоит прокачки и вообще, чтобы ее одели и даже на 6 звезд апнули, если ты не планируешь в ближайшее время Веромоса. Хотя и Канамия, и Веромос должны быть у большинства игроков. У большинства игроков. Они заменяются какими-то персонажами, но Веромоса, наверное, тяжело заменить все-таки. Идем дальше. Бернард, 6 звезд. Ахман, 6 звезд. Что тебе еще можно прокачать? Шеннон, также можно перевести Сильф, если у тебя нет хорошей лидерки для арены.
24% это все-таки немало для скорости атаки. Дарион тоже стоит внимания, если твоя пати погибает, он не особо требователен поначалу к рунам. То есть, одел каких-то 3 сета энерджи, там 4-5 звезд, и все, и радуешься жизни. И он уже вносит свою полезность. Так, едем дальше. Так, едем дальше. Ого-го, блин, столько желающих. По-моему, если так провести статистику, и мне нужно где-то ее действительно будет провести, где меня больше смотрят? Наверное, меня просто смотрят больше новичков, а новичков, вы знаете, больше на Европе, потому что сервер недавно открылся, и авторегистрация зачастую идет через Европу. Да, вы можете выбрать сервер, но большинство регистрируется, естественно, на Европе. Следовательно, новичков, конечно же, больше на Европе. Если даже провести параллель, я бы выставил, наверное, так в процентах. Процентов 60 – это Европа, процентов 35 – это Global, и остальные 5% это Азия. Где-то так, наверное. Я думаю, я буду прав, если такую статистику подведу. Аракис, у тебя красавица сзади себя ведет, а ты ведешься как маньяк. Да я по жизни маньяк, народ. И сзади красавицы у меня нет. Она где-то вышла. У меня только на стене вон, вроде бы неплохая. Так, едем дальше. Рок. Хорошо, 6 звезд стоит. Хуань. Вот он также не стоит своих 6 звезд, как и, в принципе, его зовут. Едем дальше. Барета. 6 звезд обязательно, облизательно. Шеннон также стоит 6 звезд. Бернард, опять же. А у тебя 2 баретки. Скармливай, даже не думай, но... Зачем ты его качаешь, в принципе, в дальнейшем? 2 барета... Нет, не стоит. Во-первых, на харде, вы знаете, на хард-версии многие меня спрашивают, а почему ты на хард не прокачаешь 2-го баретту? А я отвечаю коротко, потому что нельзя на хард-версии использовать 2 одинаковых монстра. Да, это не мой прикол, это прикол игры. Я бы уже, наверное, давно бы прокачал бы и не парился всякими химосами, трейнами и тому подобным. Да, потому что, вы знаете, 2-й баретта был бы полезнее, чем любой там хемос и трейны и так далее. Едем дальше, кого быть еще прокачать. Тару, в принципе, неплохо. Дарион, Ахман стоят внимания, и я советую взять на них упор. Едем дальше. Так, так, так. А, 2-й Гекс, хорошо, я понял. Едем дальше. Так, 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 народ, ловлю. О, ну, Эксамон. Хорошо, давайте, народ, чисто ради разнообразия посмотрим человека, который далеко не нуб в этой игре, да, и я сейчас буду завидовать, наверное, любым рунам, которые я увижу у него. Да уж, сейчас увидим кучу первородок. Давайте, да, для разнообразия посмотрим на топов этой игры. 2 рубинчика, неплохо. Так, скоро... Офигеть, 26% атаки, да-да-да. Просто так пробежимся по-быстренькому по рунам. Хороший Малак, что тут скажешь. Так, что мне еще интересно? Канами, быстрая Канами, очень быстрая Канами, жирненькая Канами. Я так понимаю, на... Да везде ее можно вязать с такой скоростью. Сигма, Сигма, Сигма. Мало, наверное, по атаке. Я так понимаю, наверное, ты в нее такой более трошнячок одел. Да, я вижу, понятно. Аннабель, Аннабель... Толстенькая Аннабель, хорошая Аннабель, в принципе, еще и дамагу может нанести, плюс к атаке неплохой. И скоростная Аннабель, блин. Такая Аннабелька еще и походит быстрее, чем мои большинство монстров. Оу, жирный Тайрончик. 28 тысяч хп с половиной там. Да, жирная скотина, я так понимаю, еще и не предел. А, нет, это точность, я понял. Что еще мне интересно? Шарик Орион. Твою ж копать! Народ, гляньте, да, на эту скорость. Это писец. Вот как? Вот я, у меня нет ни одного монстра, который бы его обогнал. Я не беру в учет там лидерок и все остальное. У меня реально, у меня нет ни одного монстра, у которого есть вот 100... Сколько там? 258 скорости. У меня Бернард, по-моему, у него 252 или что-то такое. Это пипец. Ну да, это все в Свифте. Если бы сейчас здесь еще и стоял Виолент, я бы вообще бы, не знаю, забросил бы игру, наверное. 152 скорости. Это очень хороший показатель Ориона. Да уж, под него еще и лидерку. Такую типа 24%. Вот я уже вижу, как Галеон, Орион и, допустим, какая-то Перна. Либо кто еще может неплохо выдать дамагу. Либо какой-то там... Вот. Вот вам офигительный деф, допустим, для ГВшки.
берем Ориона, точнее, в лидеры Галеона, Ориона и кого бы еще у него из такого вот. И возьмем Теомарс, у которого и так 190 скорости при вот этой. И уверяю вас, такая пачка, она разнесет, ну, в сракотан просто многие атаки. И я бы не хотел бы нападать на такой деф. Да, я бы сказал бы, ой, у меня интернет пропал, так, секундочку, перезайдем, да. Короче, блин, это мечта, да. К этому надо стремиться. Ведро, да, так удивительно, что 100% шанса крита. Тоже немедленное ведро, и это все в Виолетте, да. Блин, но не контратака, да. Тоже собираю, кстати, контратаку. Хлоя. Хлоя раздетая, голенькая. Баретта. Хороший Баретта, точности, не знаю, я просто свой сделал вывод, что моему Баретте 45 с головой, а там уже дело каждого. Чхиву глянем твоего, естественно, потому что я хочу одевать скоро своего. Так, Деспайр, ну это понятно, Деспайр также буду одевать. Что у нас тут интересного? 16 скорости, капец. 15 скорости, 7 скорости, блин. Быстрый, быстрый Чхиву, плюс вы знаете, его лидерка работает везде, жирный Чхиву. Еще и по атаке неплохой. И статы тоже неплохие, стойкость, точность. Просто класс, что тут сказать, Джуна глянем. Джуна, медленная Джуна, но я так понимаю, наверное, ага, я понял, ты ее раздевал. Что еще мне интересно, глянем твоего Коппера. Коппер. Оу, хороший Коппер. Крит дамага, я так понимаю, Рейджблейд, да? А нет. Вижу сбор... Народ, посмотрите, да, какой абсолютный сборняк. И многие скажут, блин, что это за фигня, лучше бы он одел бы там 3 комплекта вот этого стража. Но вы видите, с такими рунами 28% мать его ХП. Ну, понятное дело, что руна улучшенная, но этот Коппер мало того, что жирный, у большинства коперов 1012-13 хп, следовательно, любая валька его там, ну, пукнет и убьет там третьим скиллом. Это понятное дело. Но этот копер еще и может там некоторых валик пережить. Но дело такое. Просто вот крит шанс и крит урон. Просто класс. Супер. Сам бы не отказался от такой меди. У меня есть, но у меня нет рун, чтобы его одеть. Как-то так. Рама. Вот, с твоим Рамой сейчас посоперничаем. Тоже по ХП, в принципе, идентичные у нас рамы. В плане скорости, по-моему, где-то так же. Где-то так же. Руны. А, ну, руны у тебя еще, да. Етить, копать, колотить. Народ, да? Плюс 30% здоровья. И это руна шестизвездочная. То есть еще можно в теории словить будет, хотя на 9, на 12. Нет, человек уже не словит руну, то есть нет смысла вот такую вот руну качать, скорее всего, в дальнейшем. Потому что он словит любой стат, либо там, что он может словить? Защиту не словит, кстати, в первом скилле. Он может словить еще, допустим, там, крит шанс может словить плюс 9, да, либо плюс 12. Что еще может словить? Там, хпшку обычную. То есть дело такое, то есть, наверное, и не стоит прокачивать ее выше. Вот, как-то так. Что еще тут интересно? Блин, ну 30%. Это офигеть можно. Да, рама такой жирнючий получился, хороший. И руна прикольная, шестизвездочная. Что еще интересного у тебя? Глянем твою вальку, естественно. Катарину Петровну. Шанс крита не самый большой, но я думаю, тебе этого достаточно. Руны, наверное, да, не Рейджблейд. Ага. Тоже, видите, сборничок. Не... Ага, а что же у тебя так получилось? Точность 20%, я понял, ты одел чисто так вот, то, что было, то и полюбила. Но все равно, Катька даже в таких рунах, вы видите, народ, неплохая. Вот она, ого, у тебя крит дамажная часунка получилась. Еще и критушки неплохие вписывает, а точности целых ноль. Прикольная часунка. Защита, здоровье, здоровье. Вот видите, народ, скорость не нужна во втором скилле, если у человека вот уже в допах плюс 50 собралось. И такая часунка будет лучше, чем часунка, у которой там 110 скорости, которая даже не успеет походить. Тем более, здесь еще одет вот такой сет, как Немезис, следовательно, она скорее всего... Блин, руна, вы видите, все улучшено. Скорее всего, она по-любому походит, видите, плюс 20. Это капец просто. Просто супер. Глянем еще и Шира и будем заканчивать, потому что это долго можно рассматривать. Так, это сколько у нас? Почти 39 тысяч хп. Скажу так, неплохо, и даже крит шанс побольше, чем у моего Эшира. Дамагу, я думаю, они выдают приблизительно одинаковую. Приблизительно. Ну, разве что у тебя на 10 раскачано здание. Вот. Но это я не знаю. Едем дальше, народ. Да, посмотрели, позавидовали. Катимся дальше. Спасибо, Экс. Не заметил твой ник. Тишка, заходим к тебе или Тивка. Титька будешь.
Бондюэльку посмотри. Ну, ё-моё, сейчас постараюсь Бондюэльку посмотреть. Так, что тебе качать? Рыцаря мага можно на 5 звезд, Зика также можно на 5, священника также можно на 5. Что тебе еще стоит внимания? Лучницу можно прокачать, неплохой контроль, там, по-моему, стан на третьем скилле. Кого еще тебе стоит качать? Меган, прокачай, это хороший баффер. Ну, ничего другого у тебя стоящего пока что нет, так что просто качайся, играй дальше. Так, кого там? Бондюэльку? Я что-то не вижу Бондюэльку. Я не вижу Бондюэльку, народ. Так. Версачи, заходим к Версачи. Заходим к Версаче. Люма на 6 звезд первым, как первым вариантом. Наверное, зря ты поспешил или поспешила. Хлою, естественно. Скорость — это явно не руны. Понятное дело, что это вообще такое одето, непонятно. Рок — хорошо, апа его на 6 звезд, и атаки я почти уверен, что хватит. Тем более есть крит шанс, есть крит дамага, будешь убивать. Дальше, кого тебе стоит раскачать? Естественно, Канамию советую раскачать. Будет снимать дебафы, будет подхиливать. Меган чисто для арены. Не, боец не кристалла, можешь апнуть на 5 звезд и дальше не качать, потому что он в любом случае корм тьме, либо огню, то есть Тревору. Сильф стоит своих 6 звезд, король башни, да и везде тебе поможет. Хорошая лидерка. Калин стоит для прокачки. Арнольда можешь тоже апнуть, очень хороший персонаж в плане и защиты, и атаки. Своим третьим скиллом, если ты сделаешь много хп персонажа, будешь кого-то даже и убивать. Плюс подхиливаться, это классно. Идем дальше. Бернард, Сильфит также стоит прокачки, Сильфит не спеши, может тебе там кто и получше выпадет. Шеннон тоже прокачивай, Беладеона, он же Беладеона, блин, Белка. Белку также прокачивай, Ахмана прокачивай. Что еще стоит? Тилаша. Тилашу я, кстати, недавно обсуждал. И вообще она мне не нравится своим даже третьим скиллом. Не всегда он вам даст того, чего бы вы хотели увидеть от этого третьего скилла. То есть не всегда походит ваш тот персонаж, которого вы воскресили. Его тут же могут и убить. Так, Артас. Так, Артас, прости. На следующий раз, возможно, тебя словлю. Вы видите, в чате тяжело это сделать. Понимаете, в чем фишка? Я стрим-то закончу, и у меня через полчаса пройдет нос. Не знаю, может это из-за того, что я разговариваю, там воздух, еще что-то. В общем, такие дела. Валька. Валька, если у тебя нет Хлои, наверное, пока на нее забей. Пока да. Лучше прокачай кого тебе можно. Пром, неплохой персонаж, как контроль. Белка. Естественно, тебе неким, по сути дела, фармить. Хотя ты можешь делать это Валькой, но другую локацию. То есть не... То есть не этот, как его, господи, не вулкан. То есть ты можешь другую локацию фармить Валькой, почему бы и нет. А если ты ее эвейкнешь, еще будет круче. Тем более, статы неплохие. Да. Да. Что скажу, действительно, неплохо будет. Либо Рока прокачать. Но, возможно, даже будет не то, чтобы быстрее. Да, Рок быстрее качает. Но можно это делать и Валькой. Тут уже думай сам. Ундина также стоит перевода. Боец не кристаллов света, можешь оставить для коллекции, честно, не прокачивая на 6 звезд, он не покажет супер классного урона и вообще своей полезности без там чуть бы не топовых рун. Он слабее своих друганов, типа там Тревора и Карла, Карлито, да, Карла скоро, надеюсь, одену, ага, если мне руны выпадут. Барета, прокачивай однозначно. Таня, хороший ветреный ДД, но у тебя есть Валька, да, они немного разные, но... Я считаю, что пока ее можешь отложить в какой-то там очень-очень долгий ящик. Пират ветра вообще не стоит внимания. Ни один пират ветра на ютубе меня не удивил. Полезных скиллов у него нет. Ни дебафов, ничего. Тупо урон, который там прокнет, не прокнет, зарулит, не зарулит. Мне он не понравился. А мнение ваше, качать его, не качать, это останется при вас. Едем дальше. Синяя Хлоя есть. Вообще в саркотану, да? Нажранная Хлоя. Так, Артас, так, сейчас, народ, я уже хочу Артаса словить, потому что человек... Да господи, посмотрите. Артас, ну ты видел, я пытался, как говорится, еще несколько раз. Блин, это просто пипец. О, я попал на тебя. Так, народ, давайте так. Еще вот, вы видите, 22 минуты, вот сколько я успею, вот в 30 минут я буду заканчивать. Не знаю, сколько у вас времени, у меня вот 22-23 минуты тикнуло.
То есть в половину я буду заканчивать, и неважно, на ком я остановлюсь, буду заканчивать свой стрим. Эсна, 6 звезд, ну, наверное, как ветреный ДД для тебя закатит, но мне она не нравится. Но раз ты ее уже прокачал, ну что же, ее удалять, что ли? Нет. Все-таки мне даже она больше нравится, чем водяная. Тем более она стриптизерша, а это хорошо, наверное. Хлоя, больше скорости делай, естественно. Рок, Року больше атаки. Больше атаки, либо крит шансы и крит дамаги подними. Там смотри сам. Барретта. Ну да, пока слабенький. Барретта тоже прокачивай. Бернарда прокачивай, Белку прокачивай. Шеннон также. Я у тебя не заметил, кого-кого еще бы тебе одного хиллера, либо полезного персонажа. Ведьма чисто для арены. Это корм, понятно. Едем дальше. Бондюэльку опять... пропустил, не знаю. Если я бондюэльку выловлю, то, возможно, зайду. Я не вижу вот сейчас бондюэльки. Многие там пишут, вот, опа, бондюэлька. Я бондюэлька. Все, заходим к бондюэльке. Все, господи, все, бондюэлька будет рада на сегодня. В чат все своих знаешь. Возможно, на следующем стриме, следующий стрим будет в субботу, и, возможно, я зайду на Азию. Думаю, почти 100%. Ого, Хатхор. Очень быстрый персонаж у нее оказался в свифте. И неплохой вариант. Да, почему бы нет? То есть третий скилл, вы знаете, усыпить всех, плюс индикатор атаки всем понизить. Это очень-очень хороший контроль. И вы уже сможете выбрать, какую цель вы хотите бить. Да, я одобряю такой... билдборд, так, Юга, Слайер, привет. Вот, едем дальше. Акмамыр. Хороший Акмамыр на самом деле, посмотрите, народ. Я думаю, он в фатале. Ха-ха, конечно же, да. И тем более, есть еще куда расти. Но это хороший Акмамыр, реально хороший. И тебе бы под этого Акмамыра, знаешь, раскол бы массовый на самом деле. Какого-то пирата. А, у тебя есть пират. Я понял. То есть пирата тебе на 6 звезд, в принципе, для арены было бы неплохо апнуть. Эмма тоже хороший персонаж. Блин, у тебя еще и Океанос есть. Офигеть. И еще одна царица пустыни. Ядрена кочерышка. Это пипец. Это пипец. Они даже вместе в пати неплохо заедут. Люшен. Да, с аккаунтом тебе повезло. Джеймин, наверное, не стоит переводить на что у него там по скиллам. А, га-га-га. В принципе, да, это отчасти тот же Веромос. Либо Канамия. Бернарда советую перевести. Ахмана, то есть тебе нужны саппорты. То есть у тебя нет качественных саппортов в плане 6 звезд прокачанных. То есть советую взять упор на Белку, Бернарда, Ахмана. Вот таких вот персонажей под хила прокачать, которые тебе помогут фармить руны. То есть в любом случае их нужно одевать. Вот. Все, бондюэлька довольна, да? Едем дальше, народ. Ну и осталось пару человек, я так понимаю. Зайдем, Миша. Ну, 7 левел, качай то, что есть. Серьезно, вот твоего даже вот этого персонажа также качай. Я не думаю, что у тебя много чего-то есть интересного. Едем дальше. Заходим в фастке. Что-то такое. Так, так, посмотрим, что у тебя интересного. Аннабель, хорошо. Прокачивай Барретту, прокачивай Бернарда. Не знаю, нужен ли тебе Рама на арене. В принципе, часто выручал лично меня. У меня, вы знаете, это уже второй Бернард. Первого я скормил. Ой, Бернард, Рама первого я скормил, не помню почему. Шеннон, также стоит прокачки. Пионер ветра, знаете, ну, требователен к рунам. Поэтому задумайся. Катарина, если есть Хлоя. Я у тебя ее не заметил. А, есть Хлоя, можно и прокачать. Белка также стоит прокачки. Ахман тоже, неплохой саппорт. Едем дальше. Кого тебе еще можно? Калин можно прокачать. Дарион, смотри сам по ситуации. Если пати дохнет, Дарион может в этом помочь. Либо подхил можно взять, либо дополнительно вот Дариона. Что-то вариант будут неплохие. Так, едем дальше. Так, так, так. Заходим, наверное, к свагу. Так, так. Ты обосрался, честь. Оу. Так, Ванесса, Ванесса. Ого, дамажащая Ванесса, я смотрю, у тебя... Наверное, не самый лучший вариант. И, по-моему, я уже заходил на твой аккаунт. Это плохая руна. Плохая руна. Очень плохая руна. Так, что у тебя еще интересного? Кого качать, кого не качать? Тревора можно прокачать. Естественно, на 6 звезд хорошо покажет себя везде, по сути дела. Шеннон. Белка. Качать. Едем дальше. Бернарда также стоит прокачать. Дарион, Ахман, стандартные запаки. Это я уже говорил, в принципе. Едем дальше.
заблокировать, едем дальше. Так, заходим, диджей Strong Gear или Strong Gear, не помню. Так, хорошо, роком качай и фарми в первую очередь, то есть улучшай. Барету, белку, Ахмана можно прокачать, можно также, ну, Роксаша требовательная к рунам, так как у тебя не офигенный запак по монстрам, не в плане даже монстров, а прокачки уже готовых 6 звездочек для того, чтобы можно было апнуть Роксашу. Она тебе сейчас мало чем поможет и даст меньше пользы, чем, допустим, та же белка и Ахман. Ахману желательно 100% крита, да. Едем дальше. Кто еще тебе поможет в этом всем деле? Сильфитки вряд ли тебе чем помогут. Шеннон, Бернард. Вот готовая пати. И еще можно Калин прокачать. Также у тебя нет Веромоса, у тебя нет. И я не вижу у тебя Калин, потому что дебафы нужно снимать. Как ни крути. Прокачай, сделай Веромоса, либо прокачай Калин. Это Гаруда водяная. Так. Блокируем. Так. Мистер 2002, ну, 12 уровень, не думаю, что у тебя много чего полезного и интересного. Так, кого качать, кого не качать. По-моему, мы к тебе уже заходили. Этого качай, этого до 5 звезд можешь прокачать. Эпикион, не знаю, качать, не качать. Можешь, в принципе, прокачать. Кого еще стоит прокачать тебе? Ветер, наверное, нет. А вот Стража Эльфов Света можно прокачать, почему бы и нет. Стан со второго скилла, либо с третьего, я не помню, по-моему, со второго. Экстра ход получишь, если кого-то застанешь. Да, можно их прокачать. Вот этих чисто для корма можно прокачать. Я так думаю. У тебя просто толкового еще за твой 12 уровень ничего не выпало. Поэтому как-то так. Так, блокирую. Народ, и еще буквально вот два человека. Вот серьезно, вот сейчас вот, не знаю, Валкер Рус. Хорошо, ты просил с самого начала. После Валкер Руса я гляну еще одного человека. И все. Без обид, народ. И будем заканчивать стрим, потому что время все-таки позднее. Сигма. Неплохой, не зависящий от бафа на крит шанс, следовательно, от лидерки тоже. Вот, короче, моя история. Я был зоофилом, пока не встретил ее и не стал некрофилом. О, господи. Где народ? Где вы беретесь? Да, это весело, но это пипец. Да, такие же, как и ты. Да, знаю, я такой же извращенец. Едем дальше. Барета. Хороший Барета, много точности, много скорости, ХП тоже немало. Так, что еще такого у тебя интересного? Хемос прокачанный. Базальт. Неплохой, знаете, базальт. В чем он у тебя одет? Виолент. Неплохо даже в башне на харде заедет, да и вообще на башне. Ох, и у тебя есть Хвадам. Жирненький Хвадам, да, скажу так, что... Быстро его убить не получится. Я так понимаю, на арене он у тебя, скорее всего, что в атаке, что в защите, мне так кажется. Ну, а там дело такое. Так, кого бы тебе еще прокачать? Пирата можно на 6 звезд апнуть, Бернарда. Если нужен масс-клинсер, Аквила тебе поможет, плюс как баффер. Неплохо заедет. Так, что тебе еще можно прокачать? Ахмана, если нужен подхил. У тебя, в принципе, запак. Привет, Оборо, по-моему. Привет. Так, Тальк. Мое мнение, чисто защита арены, либо на Гидру, но это в дальнейшем. Чисто такое вот. Лидерка хорошая от Сильфа может тебе получиться, поэтому стоит внимания. Дамаг 700, по-моему, 35% у него с третьего скилла. Это реально больно. Это бой, как больно. Так, Куна, Куник. Наверное, Куни не стоит внимания. Так, Дарион. Можно прокачать, и у тебя нет, наверное... Хотя, в принципе, я думаю, через Сигму ты раскачиваешь всех монстров и фармишь, поэтому другого тебе фармера, наверное, не нужно. Едем дальше. Последний человек, народ. Сейчас вот от фонаря я вот, не знаю, как бы это тыкнуть, я не знаю, вот тыкнул. Да, давайте, народ, последнего человека выберет жена, давай. Заходи, клацай. Вот. Я пока выпью. Сейчас жена выберет. О, она зашла на... на Луняшу. Так, Луняша будет последний, народ. Извините, да. Куни стоит внимания. Так, сейчас переключим музычку для всех. Да, Куни стоит внимания. Ах ты, извращенка грязная. Так, едем дальше. Луняша, Кумар. О, неплохо, но вот руны я вижу еще очень слабые. Так, жирный получился Кумар, но руны слабенькие. Феникс. Больше атаки, естественно, как можно больше атаки. Ну и, естественно, его нужно апнуть. Кто еще стоит внимания? Фениксом, кстати, можно и фармить, если ты не хочешь переводить Рока. Но Рок делает это быстрее. Логично.
агент неокристаллов воды. Стоит 6 звезд, своих рун, можно одеть Energy, можно одеть Swift, можно одеть Violent. Второй сет, по желанию. Боец неокристаллов, о нем десяток раз говорил. Рамагос тоже стоит внимания. Кого еще стоит? Беладеон и Ахман. Желательно и советую прокачать на 6 звезд, крафтить Верамоса, либо прокачать Канамию, если она у тебя есть. Что у тебя еще интересного такого? Ого, у тебя куча воды, реально. Хотя у тебя и огня немало, очень много монстров, которые, в принципе, интересные. Русалку потом можно прокачать, она одна из... Она и тьма, в принципе, топовые. Сильфа также можно раскачать. Грифон и Шеннон. Вот этих вот персонажей тоже возьми в обзор для себя и раскачивай их до 6 звезд, и они тебе помогут фармить в дальнейшем. У тебя очень огромный запак монстров, но, наверное, не знаешь, что качать. Если что, задавай вопросы ВКонтакте, да, постараюсь на них ответить. Очень много реально монстров, даже и прокачанных, но прокачай вот этих саппортов, чтобы они тебе добыли руны. Все, народ, будем заканчивать на этом, я даже выйду, вот, все, народ, извините, да, все. Все, на сегодня все, и продолжим через стрим на Европе. А в среду я буду смотреть Global, да, сейчас я выйду, перезайду к себе. Вот, народ, огромнейшее спасибо всем, кто был сегодня у меня на стриме. Кстати, да, не забывайте, что мы ищем двух человек к нам в гильдию. Гильдия находится, естественно, на глобале, там же, где и играю я. У нас фарм гильдия, но в основном мы заканчиваем в одном рубине. То есть очков вы набьете там много, если вы, естественно, соответствуете. Чтобы соответствовать, нужно иметь более 6-звездочных монстров. Если у вас 6-звездочных монстров, они должны быть... реально в хороших монстрах, в хороших рунах, а не лишь бы какие руны и от фонаря прокачанный какой-то шлак шестизвездочный и тому подобное. То есть у вас должны быть хорошие руны, как и монстры. Ну, либо там десяток и более шестизвездочных, которые тоже будут полезны, и тогда мы рассмотрим вашу заявку. Рассматривать буду я. Я как зам, Миша зам и глава наша Настя. Вы знаете ее все, Луна. Вот, поэтому, если вы хотите воевать с нами, кидайте заявки, а точнее отпишитесь мне в личку ВКонтакте. Еще раз, да, народ, спасибо тем, кто меня поддерживает финансово, те, кто скидывают деньги мне, как это сделать, вы знаете, опустить видео, если у вас появилось желание мне помочь в этом. Огромнейшее вам спасибо, извините за сегодняшний вот нос и проблему мою с носом. Да, думаю, вам было интересно. Следующий стрим состоится в среду. Кстати, участвуйте в конкурсе, в котором я говорил в начале видео. Кто не видел, перейдите по ссылке моей группы, и там в первой теме тема называется «Конкурс к 8 марта». И там вы сможете прочитать условия, поучаствовать и, в принципе, выиграть неплохой аккаунт. Скрины аккаунта я обновлю, да, я обновлю. И тем, кто выиграл сегодня аккаунты, я тоже все это вышлю, все будет нормально, да. Не беспокойтесь. И еще раз, народ, всем спасибо и до новых встреч. Всем пока-пока.